Всем привет, друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова в Stardew Valley. Суббота, шестой день зимы, напомню. И мы с вами продолжаем заканчивать то, что начали в прошлой серии. А что у нас были за дела, сейчас начнем вспоминать. Спасибо за кофе, Ли. Мое утро не будет полным без горячей чашки кофе, поэтому ты мне ее отдала? Или у тебя было две? Привет, дочь. Лилия спит. Ну и отлично, зимой все спят, а пойду посмотрю на календарь, чтобы никого и ничего не пропустить. Ну там Кэролайн у нас дальше, я ее обязательно забуду, это точно. И что говорит нам телевизор сегодня? Прогноз погоды утверждает, что ваш источник прогноза погоды, новостей, развлечений номер один. Сейчас прогноз погоды на завтра, потеплее, завтра будет снег, а предсказательница говорит, что что-то духи все время рады. Или у меня все плохо, или они больше на меня не злятся и... не желает мне зла. Вот, вспомнил, все. Сегодня мы займемся погребом. Нам надо немножко увеличить количество бочек здесь, чтобы побольше получить в следующий раз венца отборного. Но это вино мы соберем, естественно, продадим. Пока трогать не буду, надо будет... Я не знаю, сколько нам дофига надо будет всего. А сколько стоит бочка? А она у меня вообще есть, чертеж? А, вот она. Ее не видно просто. Бочка, 20, ого, 20 древесины. Ну, твердая древесина не проблема, у меня найдется. Сколько тут у меня? 33 бочки, по-моему, да? 33, тут еще можно смело поставить. 33, а может вообще поставим? Может поставим экспериментально и засыпем все бочками. Не знаю, сейчас посмотрим. Главное сейчас дождаться... Подожди, у меня вина сколько? Главное дождаться следующей партии вина. Потому что у меня вина, по-моему, не хватит. Сколько у меня венца? Венца, венца. Где-то я его оставил. Теперь я уже... А, вот, 117. Все. Ну, еще хотя бы столько же. Чтобы уже не волноваться. И наделаем бочек дофига. И прям буду делать там. Стоять и делать. Сколько сделаю, столько и будет. Так, годится. Что еще? Ой, ё-моё. У меня тут... Ой, ё-моё. Это ж я в шахте был последний раз, да? А что я сделал с золотом? Я же не помню. Кто не поставил? А, это ж я поставил. Я думаю, кто меня тут плавит? Кто плавит мои слитки? Еще и поставил две дополнительные печки. Так, отлично. Сейчас я все это разбросаю. Зеленый слайм у меня есть. Минуту. Глину. Глину зачем-то я брал. Я пытаюсь вспомнить. Подождите. Подождите. Это, знаете, как возврат из прошлого. Восстановление данных компьютера. Что-то типа того. Вот так вот сейчас происходит. А, я должен был поставить силосные башни. Мне не хватает... у меня не хватает этих... Как его... Сена не хватает, потому что у меня свиней стало в 10 раз больше. Вот. Все, я начинаю приходить в себя. Конечно, надо было заметки делать. Я в первом сезоне, кстати, так и ставил эти заметки, чтобы ничего не забывать. А сейчас я расслабился, как вы видите. Так, давайте сюда. Еще, говорю. Сука, там надо на одну башню силос. Ну ладно, забивай все, там посмотрим. 10 штук нам надо примерно. Как раз пока туда-сюда пробежимся, и все уже будет. Так, два яйца я держу для чего? Потому что у нас сегодня ящерица будет появляться, причем активно, вот сейчас. Нет? Да что ж такое? А когда же? Три яйца все? А, не по два. Ящерица тогда точно внизу должна появиться, в одном из сараев. Ну, ящерица. Динозавр, мы их называем. Ящерица как-то позорно звучит. А динозавр, отлично. А это здесь, наверное, завтра должна появиться. 100%, я вам гарантирую. Все, уже готово. Значит, яйца пока динозавров не трогаем. Сейчас здесь соберем 10. Сколько в сумме? А ну рассказывайте. В сумме получилось 6, и одна есть. Не то, давай выбрасывай сюда. Давайте золото вот сюда, потому что мне надо теперь сейчас добавить. Сейчас главное разбросать рюкзак, это главное в начале каждой серии. Так, 10 есть, и золото дальше плавь. Все, это нам не нужно, золото пока. Золота, кстати, не хватит, надо эти добывать. Уголь пусть пока лежит, это на башне. Трава нам не нужна для башни, насколько я помню. Нам нужен камень, глина и деньги. И все. А, слитки, 5 слитков. Так, яйцо слайма есть. Сейчас мы засунем его вон туда. А, подождите, я сейчас это заброшу. Эти яйца будут меня донимать. Нет. Не вздумай его съесть. Все, все засунул. Эти два держи пока. Эти два пока держи. Сейчас яйцо слайма сдам. Здрасте, слаймы. Осторожно. Не подходите ко мне.
Я сказал, не подходите ко мне, закрывай. Отлично. Так, 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 когда у меня же это кольцо появится со слаймами? Оно же у меня появится тогда, когда я убью их достаточное количество. Я же не могу этих убивать. Кстати, они почти не бьют меня особо сильно. Какие-то слабенькие. Но это не самый агрессивный. Самый агрессивный там потом появится. Подожди, я засунул яйцо слайму. Да, процесс пошел. Через неделю где-то будет. Тут мы обычно собираем наши радужные осколки. Ну, пока только икру. Но мы верим, надеемся, ждем, естественно. Так, фигню какую-то добыли опять. Что у нас по урожаю здесь? А ну, еще одна фигня. Я же говорил. Здорово, кот. Так, по урожаю здесь. Ну, достал. Когда нам собирать? Собирать завтра. Завтра зайдем. Сегодня не будем это трогать. Че я пешком хожу? Зима, решил согреться. Так, напоминаем, у нас свиньи появились. Теперь нам надо перестроить как-то... Перестроить как-то теперь эту загородь. Потому что же 12 свиней в одном хлеву и очень маленький участок. Очень маленький. Прям даже не знаю, что с ними делать. Надо будет пока еще зима. Вот это вот что-то перестроить здесь. Надо будет подумать. Туда мне не хочется, но тут... Ладно, разберемся. Так зайди к свиньям, поздоровайся. Ты же их закупил в прошлой серии. И пересчитай, всех ли Марни принесла. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все. Вся чертова дюжина здесь. Так, готово. Чертова дюжина 13, естественно. Ну, 13 не лазит. Так, давайте сюда тогда. О, там золото есть, отлично. Здесь та же история. Подождите, ну должен же уже динозавр появиться. Сколько ждать-то? Или он в соседнем? Наверное, в соседнем сейчас начнет появляться, мне кажется. Так, тут А вверху есть обогреватель? О, вот этот я момент не учел. Или я везде разбросал обогреватель? Сейчас посмотрим. Так, hello, hello. Я должен вас всех обнять, поцеловать, расцеловать. Годится. Так, тут все набросали. Сено есть, надо расширяться. Я у Робин что-то заказывал в последнее время, нет? По-моему, нет. Сегодня суббота, можем как раз бежать к ней и заказывать, пока есть возможность. Только давайте сначала всех свиней обойдем. Так, тут обогреватель работает на полную. Со свиньями надо дружить. От этого зависят наши трюфели. Хотя бы за, я не знаю, за хвост хотя бы дернуть каждую. Ну так, знаете, это не сильно, чтобы не оторвать. Ну а здесь гиганты живут, тут опытные свиньи. Плюс мелочь, которую тоже завезли в прошлой серии. Потратил денег я почти 500 000 на них. Все, что заработано непосильным трудом, отправлено на вот этих вот животных, которые должны окупиться. Но тут места им достаточно. На два хлева 24, правда, прощаемый карьер. Они будут жрать камни. Ну ладно, это уже потом, это уже другая история. Давайте сюда зайдем. Значит, завтра будут яйца. Так, это сюда, и это сюда. Ждем сейчас мы вино. И тогда начнем с вами заниматься погребом. Погреб это цель номер один на эту серию. Я один раз его только... Вот это первое, собственно, урожай вина. Ну, как сказать, урожай. Вино, которое и приготовилось, теперь, да, можем мы его впервые продать. До этого еще ни разу. Наш погреб, представьте, 4-й год, скоро. И погреб еще ни разу... Куда я пошел? Не давал вина. Я просто поздно запустил. Подвал. Поздно его выкопал. И вот последствия. Вина практически у нас не было. Так. 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 Тут, по-моему, было еще две, да? Нет, масла уже нет. Все. А вон она наверху осталась. А ее заберем. Одна будет выпадать теперь, ну и фиг с ней. Завтра, по идее, катки должны быть. Чей, блин, письмо. Так, аккуратно только продаем. Очень аккуратно продаем. Этот шлем тоже можно сдать. У нас их уже 100 штук. Это забрать. Кто там что пишет? Нашел тебя лицом в грязи во время твоего 3-часового ночного обхода. В следующий раз постарайся прийти домой пораньше. Марлон, спасибо. Спасибо, что поднял. 15:20, я так и не успел, наверное.
Робин. Может, еще успею. Так, дайте мне теперь все, я побежал. Попробую спеть. Так, уголь, уголь, уголь. Ну, за полтора часа, конечно же, я доеду. Давай, Ириди, еще поплавим. Все, поплавили. Остальное золото. Золото заканчивается. Но золота мне надо было много. Я не помню зачем. Ну, надо было. Будем вспоминать сейчас. Что-то я там тоже планировал. Так, у нас 54 слитка. Надо сколько я там? 100 с чем-то насчитал. Для каких-то машин, для каких-то аппаратов. Так, глина с собой, камни с собой. Это мне пока не нужно. 15 живот надо разбить у кузнеца. Может, что-то выпадет интересное. Ну, омни живот я собираю как валюту. Мне надо, кстати, съездить, поехать туда, кое-что сделать. Так, быстро, 16.00. Давай хотя бы башню закажем, чтобы на завтра уже начал ее строить. Мы туда сено забили, потому что, ну, очень много у нас живности теперь на ферме появилось. Плюс динозавры еще будут размножаться ж. Никак-никак-то, да? И нам надо много дерева, раз мы будем бочки с вами заготавливать. Сейчас пойду рубить все, что вижу, чтобы сэкономить. Потому что мне может и не хватить денег на столько бочек. Здрасте. Магазин. Мне, пожалуйста, построить здание. По-моему, у меня все есть. Мне нужно построить здание. Вот это. Можно, да? 5 слиток, 10 глины. Отлично. Хоть что-то есть. Так, я его планировал засунуть вот сюда, к третьей. Ну, мы, правда, перекрываем проход с вами, но зато... Здесь нельзя строить, еще не помещается, зараза. Сарай, видите? Сарай не дает, а здесь как тогда строить? А тут что мешает? Пень. Пень долбанный. Ладно, строй здесь, я пень срублю. Потом подвинем его вправо. А тут тоже, я не знаю, что пень. Так пень нам... Ну да, тут тоже пень. А тут сарай. Ну, сарай двигать не буду. А тут я не могу выше подвинуть, нет? Нет, тут все закрыто. Блин, а если опустить ниже, то тогда собьется наша система, не смогу войти в хлев. Ну, это, конечно, некрасиво получилось чуть-чуть. Ну, давай здесь поставим, а тут тогда, не знаю. Или, может, одной хватит силосной башни, как дополнительно. Давай я в другом месте поставим. Куда я могу тут влепить? Можем тут поставить, но она все закроет. Нет, ну тут динозавры гуляют, в принципе, ничего страшного. Тут поставить башню. Ну, давай здесь поставим, пока никто не видит. Все, пусть строится. Ну, закрою чуть-чуть, конечно, но у нас все равно ничего нет. Ладно, давай. Строй силосную башню. Дерево я пока не заготавливаю. Все остальное. Сейчас от дерева вырублю все, что здесь есть у нас в округе, на станции. Надо побольше его заготовить. Плотва, хватай все, что видишь деревянное. Ну, тут еще не выросло. Но оно не вырастет. На флейте играет. Да. Сейчас я тебе дерево привалю. Так, хорош. Там ничего, по-моему, нет. Ну, там дальше есть, но туда ехать далековато. Так, тут еще эти деревья не рубятся. Давай станцию подчистим. Тут есть пару деревьев. Хорош. И дайте это. Сколько еще деревьев-то должен набить? Не знаю, хотя бы 1000. Что это? Ну и в лес. А, тут еще 2. Так. Просто денег у меня немного, признаюсь честно. После покупки свиней надо немного притормозить. Когда? Ну, правда, я вино продам скоро, там, на 1200, наверное. Там еще одно дерево было. Ну ладно, давайте дальше по дороге. Сколько смогу набить? 124 я набил только что на ровном месте. Тут еще срубим. Жалко, у меня нет уже моего квадрата четвертого, где раньше росли деревья. Там тоже можно было поживиться древесиной. Вот тут вот. Там теперь только кот спит.
Так, 18:40, ну поехали, добьем остальное. Завтра у нас просто фрукты, завтра будет некогда целый день. Вот растут деревья, на кой они здесь нужны? Это ж не фруктовые, нет? Двести шесть. Это я еще в лес не выезжал. Смола там уже готова. Давайте начнем отсюда. Постепенно. Некоторые еще не успели вырасти. Ну, понятно, тут недавно их всех вырубил. Так, и не мешает, наверное, в тайный лес заехать, как по мне. Тут тоже молодые все. Давайте в тайный лес, потому что твердая древесина тоже нужна будет. Причем в больших количествах, и вот этих вот гадов надо вырезать. Мне есть лист нужна, и все остальное нужно. Давай сюда. Есть. Иди сюда. Больше, наверное, конечно, их набить надо. Для получения приза. Выходи, выходи. Всегда рады. Есть. Ого! Столько никогда я не видел вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хоть бы один артефакт появился. Ни одного артефакта. Так, подожди, там вижу еще. Что их много зимой. Я думал, вы зимой мерзнете. Отлично. Поехали. Так бы деревья у нас вырастали. Быстренько бы. Как пни каждый день. Так, здесь сейчас поможем магу немного убраться. А то у него слишком много елок здесь растет. Иди сюда. Отлично. Шикарно. Просто чудесно. Еще немного. Сколько там? 400 уже дерева. Ну, представьте, какая экономия. Он, конечно, не такой дорогой, как камень, но все же. По 50 или по 100 она стоит. Камень 150, она стоит по 100. Штучка. А нам надо много. Если мы хотим много бочек поставить, то реально надо очень много древесины. Всю, даже, может, и денег не хватить на полную стоимость. Так, иди сюда. Глину зато все отбил. Какая нам нужна была на постройку силосной башни. Посмотрим, как силосная башня там станет. Если станет нормально, то там мы ее и оставим. А если не понравится, тогда будем думать, куда перенести. Жалко, там она не стала. Там идеальное место для трех силосных башен, но походу будет только две. Ну, там, правда, пень есть, да, который можно снести. Все, наверное, надо возвращаться. Ты уже забежал, по-моему, далековато. На 23:20. О, там есть. Вымыть что-то можно. Ну давай, радужный осколок, удиви меня. Медная руда. Нет, я его не вымыл. Хотя, не знаю, есть шанс или нет. Надеюсь, что есть. Так, дайте мне еще немного древесины. Я бы до 600 добраться. Ну давай же, выезжайте. Но когда будем выезжать, добивать. Сколько у меня? 600. Все, хватит. До остальных вернемся потом. Внизу надо запомнить, что у нас там еще что-то есть. Так, часть попала, часть выпала, ну ладно. Это не важно, все, уехали отсюда. Быстро, быстро. Денег мы сегодня не заработали, но зато собрали 600 древесины. Я думаю, еще с тех деревьев, которые внизу. Главное, не срубить те, которые у меня с этими, блин... Как его? С подсочниками этими прекрасными. Так, час ночи, я понял. Сейчас я обновлю здесь. Хотя бы золотые слитки начать плавить.
Ух, все влезло как-то. Золотые слитки, пожалуйста, да. 6 штук, пожалуйста. Нам их надо 150. По-моему, они уже не поместятся. Нет, поместились еще сколько? 60 еще хватит. На 12 слитков. Это хорошо. Уголь выбрал. А, уголь у меня всего 8. Да, с угольком проблемы. Так, камни мне нужны и глина для еще одной силосной башни, если я буду ее строить. И 5 медных слитков пусть у меня пока лежат. Окей, окей. Час 20. Часть ушла. Так, это пусть до завтра лежит. Плотву стоило. Час 30. У меня тут водоросли, по-моему, еще есть. Укатки готовы уже, но я уже сегодня не успею. Во, годится и иридиевая, вон там уже поломка у меня. А, у меня тут икры дофига. Катки, катки, катки. Вот их мы в катки и отправим. Я не забыл, что он у меня здесь. Я просто не смотрю уже туда, куда там, что я туда сбрасываю. Все, я пошел спать. Быстро, 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 у нас завтра большой день. Сегодня катки, а значит через 3 дня или через 1 день, я уже сбился. Через 3 дня будет еще вино. Хорошо. Хорошо, посмотрим. День 6, денег почти нет, но я сегодня ничего не делал особо. Икру только сдал, и все. Но это же не главное. Главное перспектива, правильно? 361 тысяча, очень скромненько. Привет, Лея. Чай, кофе. Я предвкушаю, как буду завтра ваять ледовый... Ой, завтра праздник. Мне это удается только раз в году, но зато так весело. Окей. Я тут хотел кофе, по-моему, положить, да? Да, кофе я положил. 3 яйца ждем сейчас пополнение. А мне надо выложить остальное. Блин, меня простаивает погреб. Желательно позже его, конечно, запускать. Ну, там еще, в принципе, одна бочка. Он пытается родиться. Так, это я тоже сбросил. Что осталось? Это мне на... Это кузнецу. Это в бочке. Все. Это на силосную башню, которая будет завтра. Так, 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 можно разойтись. Вверх я не ходил, потому что сегодня мы делаем то же, что и делали вчера. Сегодня, кстати, день рождения у Эвелин. Здравствуй, душечка, спасибо. Нет, не у Эвелин. Завтра все мы собираемся у дома Марни на ледовый праздник. В честь зимы там будут снеговики, ледовые скульптуры и все такое. День пропал завтра. Хорошо. Так и скажите, что день пропал. Ну, быстрее пройдет тогда. Кэролайн, вот у кого день рождения сегодня. Кэролайн, у нас 10 сердец, можно не поздравлять. Она меня поймет. Я ей смс-ку отправляю. Бежать нет смысла. Так, тут у нас две. Раз. Давай сразу что-нибудь, что не занимает место. О, и здесь. О. Так, поехали сразу к прудам. Заедем. Сейчас оброшу еще сколько у меня есть уголька. 6 штук или 8. 8. Не знаю, надо покупать у этого уголь. Да, наверное, надо. Его тяжело выбивать. Хотя, подожди, уголь мне дерево важнее сейчас. Иначе я бочки не сделаю. Так, это я сбросил. 9 можно, подождем. Давай 8 расплавим, 6 расплавим. Так, в принципе, мы неплохо золотых слитков набили с ноиску. Нет, я не буду покупать пока уголь. Я сначала хочу закончить с деревом и бочками. И вот у меня еще на 30 штук осталось, и 2 уголька осталось. То есть еще раз можно заправить. Это будет 68 и еще 6, 74. Останется всего-то ничего, можем делать, да, кристаллиум или что мы там планировали. По-моему, их. Так, это готово, еще вчера можно было продать. Майонез, сейчас посмотрим. Нет, ящерицы сегодня нет, так где же она? Неужели у меня такой перерыв между тем инкубатором и этим? Ну там точно внизу должен быть инкубатор. Яйцо принести мне сегодня. Или не яйцо, а живую ящерицу или динозавра как-то его. Так, привет, привет. Хотя вы мне не нужны особо. Мне все равно, какие вы яйца даете. Все равно я с них майонез сделаю. Ну так чисто, пока зима. То скажете, что я забыл или там вас не уважаю. Все уважаю, все помню. Так, люди, куда мне? Я за икрой хотел съездить. Сюда давай. Блин, зима так быстро заканчивается. Столько дела, а я ничего не успеваю.
Ну давай, радужный осколок. Ну давай, ну я ж в тебя верю, нет, пока. Пока еще никак. Смотри, сколько икры. Я сейчас чисто одну икру могу засовывать в этот. В катке. Чисто икру. Ну ладно. Поехали тогда через. У нас сегодня фрукты еще, напомню. Поехали через теплицу. Тут, правда, еще можно собрать кое-чего. Ну давай тут соберем. Угу. Че, не в одно время? Тут надо закатать дорожки тоже. В асфальт, чтобы все было уже. Пока видно. Потом листья появятся, ничего. Ничего с вами не сможем с ними сделать. Не видно ж будет. Так, поехали. Вот это как раз в катки пойдет, потому что у меня все меньше, меньше и меньше. Там ничего у меня не осталось, не валяется. По-моему, нет. Так, гранат окей. 12 штук. Сколько у меня гранат? Гранат, гранат, гранат. 30, 24, 30. Это все, что у меня есть? Что, серьезно? 54 штуки? Маловато. Хоть бери, добирай. А что, у меня весь гранат ушел? Походу, да. В прошлой серии ушел весь гранат. Ну да. А сколько, что хотел-то? Так надо больше взять. Мне не хватит 54. У меня там где-то 100 или 80. 80, по-моему. Так, только яйца динозавра не трогать. Одно можешь засунуть. Вон еще одно завалялось. Два нам надо на ближайшее время. Так, это я быстро-быстро сброшу. Хорош. Сегодня Робин должна строить мою силосную башню. Подожди, я продам хоть что-нибудь. А продать я могу вот это, вот это, вот это и вот это. Отлично. И сегодня мы их продадим хорошо. Варенье, джем пойдет сейчас очень здорово. Ну, побежали. Так, у меня много икры. У меня ее дофига. Начинаем с икры. Есть. У меня ее 14 штук. 15 даже. Так, это не трогаем. Нет. Не съешь. Я тебя сейчас съем. Чуть это так и тянет к этой икре. На дешевые. Просто мы ждем осколок радужный, поэтому. Поэтому мы эту икру производим. Хотя она очень дешевая. Что я тут икры набрал? И теперь давай персики и гранаты. Ну их 54, наверное, маловато будет, мне кажется. Думаю, да, будет маловато, причем конкретно. Ну ладно. Вот только в этот ряд сейчас все уйдет. Ну нет, не ушло, еще есть. 30, 30 точно не хватит, потому что здесь 26 только. Чуть-чуть не хватит буквально. Ну ладно, засыпем какой-нибудь кукурузой. На этот ряд хватит. Я же говорил. Чутка не хватит. У меня еще икра есть. Одна икринка. Давай я с краю. А еще нет икры больше. Нет, больше икры нет. Есть торт. Могу торт засунуть в катку, посмотреть. А, еще ж одна снаружи, зараза. Так, давай какую-нибудь, я не знаю, фигню. Какую не жалко. Что у нас там? Много чего. Давай морожки добавим. Добавим морожки. Лень бежать за персиками, которые там. А так вообще, да, без овощей я не развернусь с этими катками. Кажется, на вид немного, но на самом деле это ж сарай-то большой, увеличенный вдвое. Супер-сарай, можно сказать. Подожди, все у меня. Так и не хватит. А у меня больше половины сарая занята катками, а значит это ого-го количество. Я даже не считал, надо как-то посчитать, но они всегда в разнобой идут. С икрой же, нужно же икра теперь. Да, только ты еще одну катку не поставил, так все окей.
Давай виноградное. Вообще все будет разное. Все пошло. Так, это забрать. Это на рыбалку ближайшую. То сдать, это сдать. Джем там никто не любит. Да, его сдавать не буду. Золотые слитки готовы, но у меня 14-10. Сейчас надо кое-куда сбегать. Сдать. Сдать, сдать. Яйца не трогай. 78 сдать. Поехали к кузнецу. 20... Сколько там? 15 живот разбить. Ох, сколько тут этих, блин. Ладно, давай сначала кузнец. Ой, я тут готов уже. Здрасте, здрасте. Это я возьму. Блин, я вернусь, все соберу. Давай в город, а то и не успеем. Ой, Джоджа Кола выпал. Ну, это просто чудо. Здравствуйте. Значит, что мне нужно? Улучшить инструмент. Понятно. Мне нужно расколоть живоды. Давай. Раз. Три камня. Мне уголь нужен. Сможешь достать? Непонятный камень вообще. Так, три угля есть, спасибо. Надо еще больше. Железная руда маловато. Я, по-моему, денег потрачу больше, чем заработаю на вот это. Еще три камня. Медная руда три. Такое точно есть. И в больших количествах. Ой, какое чудо. Земляной кристалл. Когда-то он был мне нужен. Солнце. Еще более маленькая фигня. Громовое яйцо. Тоже это есть. Еще 5 руды. Уголька не найдется. 10 камней. И последняя. О, вот это то, что надо. 5, и мне там сколько есть. Я даже покупать тебе ничего не буду. Понял? Понял? Я надеюсь, эти артефакты у меня все есть. Ну, это не артефакт, это минералы. Это есть, это есть. Ну, не у меня, а у этого парня, который в музее работает. Мне-то они не нужны. А, ну железная руда, естественно, у меня есть. Ну и это тоже есть. Сланец обычно. Все, побежали обратно. Ничем нас тут не удивили, автобус. Тут давай бери эту штуку и мочи. Какой сегодня день? Воскресенье. Работаем. Так, работаем. Что-то много этих корней стало вылазить. Снизу, смотрите. Там 5, тут 4. Даже 5, если с верхней. По 5 штук. Я нашел доисторический позвонок. Медная руда. Ну это, конечно, круто, да? Там ничего не вылезло нигде. Так, тут я все успел, но поехали. Сюда заедем. Ну тут ничего нет. Думал, тоже какой-нибудь. Что-нибудь где-нибудь вылезет. Нет. Поехали, там ящерица точно родилась. Так, так, так. Как раз хватит расплавить все мои слитки. На все золото полностью. Осталось 30. У меня до 6 сил. Даже еще уголь останется. Раз, два, три. Все. Золото кончилось. Всех поздравляю. Уголь можно выложить. Так, Робин, ты строишь мою силосную башню? Робин строит мою силосную башню. Ну, пусть строит, посмотрим, как будет выглядеть. Динозавр должен родиться сегодня. Да. Ну, сколько ж уже ждать-то можно? Маня, только с именем будет про динозавру Маня не занят? Что, серьезно? Я свиней, думал, всех уже переназывал. Мы там свиней закупали просто оптом. Самое сложное это было придумать им имя. Так, тогда сюда пошел внимание, пошло яйцо. Отлично, следующий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще три. Это еще 3 недели. То есть к концу зимы у нас будут все динозавры. А, так еще ж один дополнительный сверху идет. Точно, тогда еще быстрее. Только главное не перебрать, а то не сможет родиться. Так, у нас снова появилось золото. Но я заходить не буду сегодня, обниматься мне некогда. Мне надо еще деревья пойти вырубить все нафиг. Сейчас только сыр заберу. Молоко, ладно, давай еще обработаем.
Так, 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 три. Так, три. Четыре, три, четыре, все на месте. Я их забываю иногда, но... Мне кажется, себя тоже здесь хорошо чувствуют. Четыре на такой большой хлеб, еще и с автоподачей. Надо как-то их кого-то подселить им туда. Пропадает место просто. И обогрев работает холостую. Кстати, а тут у нас все в порядке? Молодые юные свиньи. Я забыл посмотреть, у вас есть обогреватель? Да, есть. Вы уже, наверное, визжались, у вас не было обогревателя. Ладно, раз уже зашел. Всех оббежал, может, кого забыл. Вот, неважно. Так, поехали. А доисторический позвонок, я что, задавал? Блин, сдавал. Аж неприятно. Даже не знаю, что искать. Все, кот слег. Кот-блокировщик. Подождите, я это заберу. Сегодня хоть какие-то деньги появятся у нас. А то вчера вообще ничего не было. Забрасываем все полностью сюда. Так, подожди, золото что свернулось. Да, так, пошло. На остальное попробую засунуть в артефакты. Что-то у меня все время сумка грязная. Ну ладно, еще одну силосную башню построю, будет уже почище. Золота вот тут у нас не было. Угу. 5 слитков это на дело. Остальное сейчас растолкаем. 2 забора сломались. Срочно надо починить. Это есть. Иридиевая. Иридиевая забрасываем. Есть, уже легче. Сейчас пойду 2 забора сделаю. Правда, у меня там был запасной, по-моему. Или не был? Так, номер 1. И номер 2. Все, тут работает, калитка работает, окей. Пошли лучше потратим время на расталкивание. Чтобы был пустой рюкзак. Правда, сегодня я половить рыбу не успел, наверное. А что-то она там сдохла. Смотрите, что-то у меня сдохло. Увядший букет какой-то. А, я его в печку засунул, точно. Так, вот у меня еще эта фигня. Остальное нет. Тут я уже могу еще одно животное собрать. Смотри, сколько у меня костей. О, чего к чего? Костей в этом сезоне у меня дофига. А в прошлом, я помню, не мог собрать скелет кого-то там. Что-то не выпадало, как какой-то у меня. Я так и не собрался скелет, кстати. Это в этом я сразу собрал с одного раза. Все чудовище. Так, давай вниз. Там у нас в ящике что-то лежало. Ждем вино. Ящики с минералами. А минералы у нас вот это, да? Да, все ушло практически. Отлично. Это у нас туда, это туда. Глина добавилась. Я помню, у нас глина здесь одна лишняя. Вы же знаете, да, что это за глина? Одну я держу всегда. Это подарок на Новый год. Как раз она всегда сверху. Я всегда узнаю. Поэтому, если не забуду, конечно, что я ее сброшу. Глина здесь у меня лежит. Это тоже в музей потом поставлю. Так, глина на месте. Мне-то надо на самом деле на завтра она нужна будет. Поехали рубанем дерево быстро. На том полуострове, куда мы не доехали вчера. Там все-таки еще где-то 400 точно, наверное, древесинки лежит. Время, конечно, позднее, зимнее, снежное. Но вот человек ходит и ничего. Привет. Ой, привет. Я вот тут нарисовала 2 картинки, что думаешь? Мне нравится остров джунглями и тигром. Мне нравится орк с секирой. Я рада так неловко делиться своим творчеством с другими, но я думаю, что наши с тобой вкусы совпадают. Ты на морозе прям рисовала, да? Так, тут что-то есть. Доисторический топор. Этого добра у нас тоже. Завались просто. Тоже что-то выросло. Так, вот здесь рубить только то, что не дает плода. А
то, что дает, пусть растет. Угу. Там у меня тоже 100 тысяч уже. Эти деревья не успели вырасти. Если это деревья. А, нет, тут вот еще сбоку одно. Ну все, я вырубил все, что мог. Древесный сок, всякая другая ерунда вот еще осталась. Это ж оно? Ну да. Все, поехали. Плотва, нам тут делать нечего. Ну, остальное все придется покупать. Все остальное дерево. Причем я не знаю, сколько надо. Все по 20 штучек, одна бочка. 2000 это 100. У нас будет больше 100, там явно больше 100 бочек. Там даже где-то 150, наверное, бочек будет, может быть, даже больше. Ладно, посмотрим. Посмотрим сейчас сыр, да? Давай заберем сыр, еще толкнем. Опять у меня забитый рюкзак, ну понятно, я что занимаюсь рубкой. Можем, в принципе, тут срубить, он тут стоит. Не пойми зачем. Ну, это пусть растет пока. Так, есть. Здесь тоже два дерева. Но они так в ряд растут. Ладно, пусть растут. Там посмотрим. Это я специально выращивал. Сколько я там древесины, интересно, натаскал. Так, золото все выплавилось. Угу. Нет, еще одно. Так, куча всего пошла. Угу. И здесь шишки. Сколько я дерева собрал? Дерево я собрал 882, даже 999 не получилось. Глина у меня. Топор доисторический сейчас толкну, у нас их 100 штук. Хотя бы сотню на нем заработать-то надо ж. Да, его можно толкнуть, без проблем. И это давай. Все, торт в холодильник, камни с собой, завтра закажем еще. Да, можно идти спать. Ледниковый праздник я сегодня пропустил, да? Или он завтра? По-моему, я его уже сегодня пропустил. Так, торт я забросил. Когда там ледниковый праздник? Завтра или сегодня? Я уже запутался. У меня такой насыщенный график. Нет, завтра. У нас сегодня Каролайн, который я так и не поздравил с днем рождения. Но я смс-ку отправил. Завтра солнечный прекрасный день, как обычно для праздника. Окей. Завтра мы ничего не закажем. Робин завтра не работает. Правильно? Правильно. Чудесно. Но праздники, конечно, отбирают целый игровой день. Причем зимний. Так, 50 тысяч, стандарт наш. Топорик стоит 50, все, монет. На празднике тоже денег не заработаешь. Особо там только рыба, и то ее отбирают в итоге. А нет, заработаешь, 1000 можно же получить. Да, по-моему, 1000 платят или... А нет, нифига не платят, по-моему. Ладно, пошли там, по-моему, ящерица точно должна сегодня появиться. Динозавры. Я собираюсь погулять по лесу, мне нужно выбраться из дома. Да, вперед. Я ж не против. Я же говорю, сегодня прекрасный день. Так, может пригодится тебе в строительстве. 35 камней, еще бы. Он же дорогущий. Конечно, пригодится в строительстве. Так, есть. Здесь. Есть. Икра у меня прям тут. На. Да, сегодня, конечно, спокойно очень. Снега нет. Мороз умеренный. Как раз можно идти ловить рыбу. Так, 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 пошли проверим. Сегодня точно должен быть динозавр здесь. Есть, ну конечно. Марта. Динозавр Марта. Либо для динозавров имена можно, чтобы повторялись. Это для свиней, чтобы не было одинаковых, да, наверное. Потому что Марта, точно у меня корова есть или свинья. Динозавр, видимо, видите, не против. Чтобы его назвали как свинью, например. Так, ну его ж надо переселить. Да, точно. Все, динозавровое яйцо сюда сбрасываем. Ближайший динозавр у нас через неделю. Не скоро. Подожди. Я так забочусь о курицах, лучше бы я свиней обнимал.
Так, динозавр, я вот что зашел там. Я ж тебя переселить хотел в 10-й дом. 10-м будешь в этом доме. Все, пошел. Молодец. Так, а где этот радужный осколок? Приди, он счастливые осьминоги. Ну вот не хоть хорошая прибыль идет, ну как, достаточно умеренная. От этих же ж только ждать, что он радужный выпрыгнет. Так, бросай сюда. Бросай сюда иридий. Плавить будем, нет, 3-4. Завтра подождем, расплавим. Это понятно куда. Сейчас я лапу выброшу. Он с которого часа? С 9.00, нет? Так, лапу толкнули. Наверное, с 9.00. С 9.00 или с 14.00. Сейчас, короче, узнаем. Как раз оббежим наших животных. Давай сюда. Угу. Забор рухнул дважды. Так, она не строит сегодня, прикиньте. 2 дня надо на постройку. Сегодня не закончила. На праздник ушла рыбу ловить, видели? Это же жуть. Так, Марта, я тебя уже обнимал в другом доме перед переселением. 8.50. Да, с 9, с 9. Ну, тут недалеко, раньше Марни. Прям сейчас туда и рвану. Так, привет. Яйца есть? Отлично. Тут вообще их мало. Там уже 10, там еще 2. Поэтому там одно яйцо вылупится, еще одно и все. Надо больше туда не ложить. Так, тут еще кое-что. Здрасте. Господа свиньи. Большие, маленькие, средние. И упитанные, худые. У нас еще с вами недели 3, чтобы наладить отношения и поток трюфелей. Так, готово. 10.00, пошли сейчас еще в этот, успею засунуть в инкубатор. Ой, в инкубатор. Майонезный аппарат. Так. Майонезный аппарат. Привет, кот. Снопов сена. Да хватит, еще одна силосная, думаю, будет достаточно. Ты больше 1000 будет. У меня в первом сезоне было 1200, по-моему. У меня 6 силосных было. И хватило, никаких проблем вообще. Так себе, я вам скажу, ягодки. Так, тут что-то выросло и пытается навредить моему фруктовому саду. Не получится. Сразу же сделаю 2 штуки. По дороге завезу. Сегодня может, конечно, древний плод быть. Я это не отрицаю. А ну. Может быть, древний плод сегодня. Да, он сегодня. Он сегодня. Ну, поехали, у нас время еще есть. Быстрее оборвем. Быстрее будем на ледовом празднике. Главное не пропустить. Уж больно дорогой. Значит, венцо уже тоже у нас не за горами. Надо будет выхватить Робин в этот момент. И купить у нее дерево. Все, что дерево у меня есть, мне надо, я не знаю, мне надо, если по 20 штук одна бочка, ну где-то 1000-2, наверное, ну 2, наверное, мало, может 3, может 4 даже. Ну, в любом случае, надо больше брать, потому что дерево нужно. Поэтому все наши деньги сейчас уйдут на строительство бочек. Ну, сколько там уйдет. Блин, я уже не успеваю. Попал. 2 часа. А мне еще надо заехать майонезный аппарат зарядить. Сейчас сделаем.
Хорош, забегай. Но вернуть еще эти фрукты. 12:00. Он до двух успеем. А, этих вообще нет. Будем сейчас заряжать. Не хватит на все, смотри, прикиньте. Это что, у нас все сейчас работает? Сюда не хватит нашей теплицы, наверное. Ну, посмотрим. Так, 12:20. Вообще-то надо уже, наверное, стремиться в ту сторону. Но там приз никакой же, да? По-моему, приза там нет. Я уже не помню. Я помню, что рыбу ловил, там первый раз что-то давали. Второй раз уже, по-моему, не важно. Так, 2 яйца. Сейчас уже буду паниковать. Так, есть. Подожди, 2 алмаза. Угу. Выброшу лишнее. Есть. 2 алмаза это туда. Ладно, с алмазами пойду. Или нет? Не, давай уже. Давай уже все сделаем, потом поедем. Честно, я шанс, что я не успею. У меня еще, кстати, 2 яйца осталось. Золотых. Все, поехали. Поехали. Забор починим вечером уже. Точно не успеем. Давай, давай. Это будет первым праздником, который я пропустил. Здорово, Лея. Быстро что-то сориентировалось. Ах, лед такой красивый, но непостоянный. Но это искусство, пожалуй, только выигрывает от этого. Так, здорово, сегодня буду участвовать в соревновании. Почему бы и нет, правда, Вилли редко проигрывает. Да я вообще не проигрываю. Спасибо, если крайний день вперед требует моего полного внимания. Ты мне достроила силосную башню, вообще-то. Лес такой красивый. Как твои дела зимой, Шэдди? Получила мою смс-ку вчера. Так, люблю зиму, вокруг так спокойно. Мне бы больше понравился праздник пиццы в салоне. Ворчуны, это ради вот этого женушка вытащила меня на мороз. Женушка. Я тебе не рассказывал, как мы с Джорджем встретились. Он лепил меня снежком на этом самом празднике. Он тогда был джентльменом, подошел убиться, что я в порядке. И потом женился. Так, моя фантазия не очень-то работает со снеговиками. Снег такой холодный, что я уже не чувствую своих пальцев. Как тебе мой снежный монстр? Хм, такого нам слепить снеговика. Традиционно, но с морковкой, целлюлин, шар. Что-нибудь прикольное, ты на сосуле, глаза и снеговики, это скучно. Давай первый. Наверное, лучше и правда придерживаться классики. Угу. Я хочу приделать морковный нос. Ну, вот я тебе его заказал. Снег срочно переделать, нужно снеговика. Эмили подошла и начала мне помогать ни с того ни с сего. Может, это знак. Жалко, что мы не участвуем в конкурсе, там, слепить снеговика. Было бы тоже интересно, мини-игра какая-то добавилась бы. Надеюсь, добавится когда-нибудь. Я хочу победить соревнование. Правда, Вилли обойдется, будет так просто. В общем, чего про Вилли-то вспоминаете? Он же не играет давно. Снеговики, да, наверное, хорошо, но я больше жду весны. Пожалуй, зима это не так уж и плохо. Возиться в снегу бывает весело. Вилли, тебя все боятся, но выигрываю я почему-то. Здорово, здорово, Шэдди, будешь участвовать в соревновании? Я постараюсь изо всех сил так держать. Ты что, думал, что я откажусь? А знаешь, что надо было мне все-таки надеть куртку? Конечно. Так, чрезмерно низкая температура может подвергнуть организм большому стрессу. Ах, дай наслаждайся праздником. Угу. Прости, сегодня еды не будет. Вот, подожди до пира зимней звезды. Так, мне не так жалко бедных зверушек, им тоже холодно. Тут никого нет? Как никого, конечно, есть. Вследствие иглы я научился жителей тундры. Это было много лет тому назад. Это хороший дом. Все, давайте ловить. День сегодня так пропал. Силосную башню не достроили. Завтра я закуплю, наверное, дров. Да, побольше, наверное, закуплю. Потому что я могу Рубин потом долго ловить. Там вторник? Нет, вторник уже прошел. Нет, вторник как раз завтра. Я надеюсь, завтра надо достроить дом. Надеюсь, да. Ладно, поехали. Добро пожаловать на ледовый праздник. Гвоздь сегодняшней программы — соревнования по подледному лову. Мы устроим тут небольшое озерцо и запустили рыбу. Мы начнем, когда скажешь. Я сейчас с ним не говорю. Я видел там большую рыбу. Привет, Шэдди, будешь участвовать? Конечно. Нет, я не буду, и рыбачить-то не умею.
Холодно? Не, я тут не мерзну вообще. Ладно, поехали. Давай, давай. Ну что, начинаем? Да, поехали. Давай. Слушайте все, давайте начнем наше ежегодное соревнование по подлёдному лоу. Участники должны поймать предоставленные удочки как можно больше рыбы за 2 минуты. Ловить можно только вот в этих прорубях. Ну, все готовы? Да, давай. Поехали. Блин, мне еще... Я хотел внизу впер... Ё-моё, что-то пошло не так впервые в жизни. Давай, у нас лучшая удочка. У нас лучшее вообще все. Отлично, хотя бы одну выловили. Давай следующую. Самое удобное место, по-моему. Верхнюю я не люблю. Интересно, если бы ловить с кем-то. Чувствую, сегодня вообще никакую рыбу не поймаю. Водоросль. Блин, там кто-то рыбу поймал. Ой, там она сел. Меня, по-моему, подставили наконец-то. Там, наверное, кто-то плавает и вместо рыбы мне водоросль цепляет. Что-то нервная какая-то. Давай хотя бы в 6. Хотя бы 5. 3. Ну и 3 водоросли. 3-3 пока у меня. Рыба водоросли. Ну там типа одной, судя по всему, поймали, не знаю. 4. Маловато. 4-4. 4 рыбы, 4 водоросли. 5. Водоросли побеждают. Такого еще не было. 6-4. Шикарно. Если бы мне их оставили, эти водоросли. О, еще и CD-диск Майкла Джексона. Замечательно, еще и мусор участвует. Ну, хоть 5 будет. Замечательно, 5 рыбок, я еще так мало никогда не ловил. 5 рыбок, 6 водорослей, 1 CD-диск Майкла Джексона. Меня, по-моему, подставили. По-моему, да, сколько рыбы. Ну и кто победил? Наверное, впервые не я, да? Ну и запах. Итак, победитель сегодняшнего соревнования Вилли, да? Короче, можно тут вообще не париться. Всего 5 рыбок, и я победитель. Остальные сколько? По 3 поймали? Вилли, а ты? А, так тут платят. Фу, я и забыл, что тут платят. 1000 это за яйца, когда мы ищем. А 2000? Так это надо участвовать. Ну чё, 2000 золотых-то. Фигня, конечно, но все равно приятно. Так. Все это приятно. Продай игру. Тебе еще забор чинить. Давай. Годится. Сыр я забирал, нет? По-моему, нет. Я вообще заходил к коровам сегодня? Нет, конечно. Вообще и сыр хочешь забрать после этого? Хам. Ты даже их не навестил. 22.50, на сегодня я их уже не соберу. Этот наш прекрасный сыр. Так, ну что, завтра я... Какой день? Вторник. Завтра я не знаю, что буду делать. Завтра ничего не буду делать, потому что... Робин завтра должна достроить мою силосную башню. Так, убери этот мусор, он уже надоел всем. Пусть так, ловушки все висят. Ты подумаешь, что у меня здесь грязное озеро. Вообще улитка он лежит. Мне тоже надо куда-то деть. Чё сюда бежишь? Не знаю. Вот тут надо перестроить нам свинарник. Наверное, мы их объединим, мне кажется. 2. Одним забором. Ну ладно, тут улитка мне нравится, как она висит. Пусть висит. Подожди, мусор у нас тут же ж.
Да. Давай что-то засунем с мусора, то как-то совсем. Давай тот самый диск Майкла Джексона, который мне не дали забрать с собой. Две улитки у нас уже есть. Две. И майонез. Там еще и сыр готов. А где моя плотва, интересно, зависла? Внизу? На ферме? Сейчас проверим, где она находится. Так, сбрасываем. Пошло. 4 тоже заработаем чуть-чуть. 400 тысяч, блин. Вино уже пора толкать. Я жду ж партию. У меня ж план. Плотва, ты тут? Ну, конечно. Повезло, что ты на ферме осталась. Обычно ты остаешься где попало, но только не на ферме. Сыр готов, нет? Нет. В общем, мы здесь с вами объединим. Мы с вами вот так перекроем. Здесь сделаем воротца. Их видно будет. А эти заборы уберем. У нас будет объединение двух львов. Никому ничто не мешает. Есть хозяин-смотритель. Все, я пошел, время уже. Да, мы так сделаем. Я хотел сюда вылезти, но зачем? Не надо туда вылазить. 1:40. Хо-хо-хо-хо-хо. Плотва, сегодня ночуешь здесь, на свежем воздухе. Говорят, зимы теплые. Ё-моё. Надо выспаться, то энергии не будет. Ну и так уже не будет. Все, спим. Молодцы. Сегодня Робин работает. Значит, идем завтра. Надо занять себя чем-нибудь сегодня. Чем-нибудь эдаким. Чем, интересно. Пойду забор, наверное, сломаю, точно. И перестрою хлева. Ну, не перестрою. Слизняк вылупился. Отлично, у нас теперь два мальчика и одна девочка. Шикарно. Так. Так, 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 так. Подожди, я что-то не нашел свою супругу. Ну, хотя бы дочь нашел, уже хорошо. 50% нашел семьи. А где она вообще? А, вон он. Сидим. Привет. Когда-нибудь я вырежу твой портрет. Отлично. Я очень благодарен. У нас как отношения? Нормально? Нормально. 14 сердец. А куда они денутся? Куда они денутся? Никуда. Так, икра. Сломанный забор. Все как обычно. Давай, ну, сейчас поставим. Угу, икры дофига, кстати. Сейчас заберу отсюда. И риди можно уже плавить, если у нас есть уголь. 5 штук. Так, сюда. И еще 2. Нет, одна, всего одна. Но там еще должна сейчас появиться. Нет, это чуть не то делаем. Нет, 2, все-таки 2. Отлично. Робин, а ну покажись. Подожди, я-то не забрал кварц. Ты тут забор сломался. Робин. Нет, она все-таки построила. И сегодня она выходная, но она сегодня спортом занимается. Ну что, мешает сильно? Абсолютно. Можно и второй рядом поставить. Если очень хочется. Да, второй рядом тоже поставлю. Оно будет вообще незаметно, как будто там что-то есть. А здесь я что-то тоже придумаю. Нормально, нашли место, чтобы там не ставить. Там тем более проход у меня. Там что-то другое мы поставим чуть-чуть позже. Жалко, Робин сегодня отсутствует. Ладно. Сколько у меня? 4? О, как раз хватит расплавить 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Все, уголь закончился. Вяленая икра сейчас продам. Ладно, да подождите, я яйца соберу. Hello. Я с ними лучше подружусь, чем со свиньями, я чувствую. Когда вино у нас? Вино самое главное, чтобы побыстрее было. Потому что погреб простаивает. Так, раз, два. Раз. Два. Раз. Все, пошло. Поехали ту икру посмотрим. Сейчас я это сброшу.
Лучше бы я осел-то разводил, чем этих радужных существ, которые не дают ничего. Сколько они у меня уже? Уже 2 сезона, наверное. Насколько я так и не, даже не прощупал. Кстати, дай посмотрим, кто тут вылупился. Ой, замечательно. Чудесно, просто замечательно. Так, меня уже разыскивает. Иди сюда. Я тут. Мне неудобно воду наливать, конечно, вам. Но вы меня не сильно бьете, поэтому мне все равно. Вот когда появятся здесь крупные особи. Кстати, мы пропустили понедельник с вами. Можно было купить слизи. Ну хрен с ней. Так. О! Наконец-то они что-то заказать решили. Интересно. Последний заказ, да? Ну, губа не дура, да. Ядовый слиток. Это неплохо, конечно, да. Вы что? Эти вообще заказывают. Скоро закажут. Плотву бросьте туда, в пруд. Это последний заказ, и дальше... Дальше они уже просить ничего не будут. Так, ну давай, ридевый слиток. У меня их 49. Стало 48 из этого прудика. С лавовым угрем. Ну, нате. Спасибо, теперь у нас... И есть иридиевый слиток, мы будем здоровы. А вы ж уже все, да? Вы ж все заказали. Ну да, мы ждем 10-го. А эти вообще пипец. Вообще шансов ноль просто. Так, ну что, что? Что мне делать? Пошли свиней гладить. Ну тут фигню сейчас подкопаю, выпадет мне тут или глина, или корень. Опа, шпоры. Я же говорю, здесь у нас жили эти. Ковбои в нашей ферме. У меня же 110-я шпора. Так. Рад видеть, рад видеть. Невероятно рад видеть. Кстати, они скоро все вырастут и смешаются. Я уже вам не буду знать, кто был раньше, кто позже. Это грех не забрать. Да еще заехать в карьер, там посмотреть. Ой, курица, ой, это же чудо. Здрасте. Кстати, нужно забор железного немножко. Ворота как раз у нас есть, ворота мне можно не делать. А вот железного забора чуть-чуть не помешает. Так, есть, все забрали. Всех поцеловали. Угу. К этим будем заходить. Давай пока. Пока зима и пока делать нечего. Так, готово. Угу. Тут всех тоже проверили. Так. Здесь еще свиньи живут, все-таки не забывай. И не только свиньи там живут. Я, наверное, побольше еще свиней, наверное, наберу. Я еще, наверное, 8 добавлю. Я, наверное, еще 8 добавлю, мне кажется. Раз я сделаю такую большую изгородь, то еще 8. Ну, вот эти всякие мне коровы, наверное, не нужны. Скорее всего, так и будет. Это я так чисто для узелков их брал. Они невыгодные, а возни с ними, конечно. Нет, они, конечно, зимой нас, видите, снабжают. Деньгами. Вообще можно из... Сколько я там получал? Из 12 коров и 12 овец. 10 тысяч в день получалось у меня. Только на них. Но возни много. Возни, конечно, много, да. Так, иди сюда.
Иди сюда, 15:00. Сейчас посмотрим, сейчас проверим кое-чего. Встаем это. Так, раз, два, три, четыре. Пять. Давай сдавать их, я уже не могу их выкладывать. А чё я это не сдал? Не знаю, ты три яйца еще. Давай выложим, то есть такие деньги. Вот сюда. Забрасывай. Дерево. Дерево забросили. Что-то еще там что-то забросилось. По-моему, надо еще один забор. Может, и не один. Я тут был, яйца не выложил. Все. Все, одна икра. Икра пока что недоступна. Так, завтра заказываем и покупаем много древесины. Дерево стоит взять с собой, чтобы увидеть общее количество. У меня 800. Ладно, это пусть лежит, я древесины куплю. 2 по 999. Я думаю, этого хватит. Надеюсь, что да. 15.50. И сюда забор. Так. Так. Что тогда мы будем сейчас делать? Сейчас мы будем с вами делать следующее. Поехали в карьер, посмотрим, что там интересного не выпало. Ну, там, конечно, есть. А, о, о, я придумал, что мы с вами сделаем. Проверю вашу подсказку. Вы мне посоветовали в прошлой серии, что надо посмотреть свиток после 81 уровня шахты. Вот, вот, я вспомнил. Я вспомнил, иду по вашему совету проверять. 85-й, где-то вот здесь он может выпасть, 4-й свиток, да? Блин, а что-то такие злые ребята, я уже забыл, кто тут ходит. А мне их надо убивать поэтому? Вот где-то здесь он может выпасть, но я не знаю, откуда тут он может выпасть. Ох, там что-то рогатое стоит, смотрите, что-то такое. Я уже забыл, я тут давно был последний раз. Проверяю вашу подсказку. Я просто по гайдам не хожу, чтобы не прочитать ничего лишнего. Пока не закончился у нас второй сезон. Тогда я уже там изучу все, где что находится и когда. Поэтому, если что, подсказывайте. Это будет неплохо. Так, а ну. По-моему, вы мне нужны для каких-то других целей, не знаю. По-моему, вас тоже заказывали. Слушайте, они бьют неплохо. Откуда он тут должен выпасть, этот слиток? Я тут не... Слиток, слиток опять, у меня слиток. Где-то он должен быть тоже, наверное, в этом, да? Там, где копать можно. А можно тут вообще копать? А, можно, вон, смотрите, есть. Будет весело, если он сейчас выпадет. Так, убили какое-то существо. Золото, я думаю, не откажемся. О, мышки. Мышек я набил, по-моему, нужное количество. Мне они вообще не нужны. Вот эти злобные твари. Ну, с моим мечом, конечно... Вау! Я и забыл. Это этот краб лавовый. Вот здесь надо искать. Давай пробовать. Это не факт, что он выпадет сразу. Я сильно и не жду, но просто что, я искал-то в другом месте. А он, оказывается, там не падает, да? Судя по вашим комментариям. Посмотрим. Тут нету. Красные слаймы. Их надо считать один за два, как по мне. Блин, сколько тут тварей. Нет, ну их тоже надо набивать. Ай, меня ослабили. Ну чё, офигели там? Ну то бейте меня еще, давайте. Что, опять летит? Летит. Как-то я выжил. Но был близок. Так, ну, это, конечно, интересно, здорово, но это не то. Так, наверное, я пойду. Ладно, я еще сюда вернусь. Мы проверим вашу теорию. Рано или поздно оно должно, конечно, выпасть. Я надеюсь. Это дерьмо.
Я за тут еще поработаю. Ладно, поехали. Давай, выходи, 21.00. Еще убьют. Далеко не ходи, могут убить. Да, друзья, чего так долго молчали? Я мучился с серии 5, наверное, в их поисках. Свиток дварфов 4, всех поздравляю. Теперь я смогу наконец-то. Я пошел, ладно. Ой, все, я точно пошел. Да, друзья. Спасибо за подсказку. Так бы я его искал, наверное, еще долго. У меня просто в первом сезоне он выпал сразу, и проблем не было. Здесь же он выпал тоже сразу, по сути. Не знаю, что он не выпал у меня, когда я здесь ходил, когда проходил шахту. Но это, конечно, да. Это, конечно, да. Свиток дварфов 4. Чудесно просто. Куда я приехал вообще на радостях? К кузнецу приехал показать. Наконец-то я теперь смогу разговаривать с нашим еще одним жителем города. Мне в автобус надо. А я с ним удохался и в шахте черепа, и везде искал. Так что еще раз спасибо за подсказку. Так, четвертый, музей. В музей он выпал. Кстати, это последний мой артефакт, который мне надо отнести, по-моему. Подожди. А что это за хрень? Я не сдавал его в музей «Радужный осколок». Как он найден? А, он найден. Так подожди, он найден. А в музее я же его не сдавал. Или я что-то не догоняю. Ладно. Вот четвертый осколок. А, мне еще артефакты надо закончить. Так подождите. Минералы. Или мне просто найти его надо? Он мне засчитался, что ли, автоматически? А чё он мне засчитался автоматически? Найдено 20. А, ну это... Ну, музей его не сдавал, так... А чё он мне засчитался? Ну ладно, неважно. Потом разберемся. Или его не обязательно сдавать в музей? А чё я тогда парюсь? Чтобы еще он выпался? Зачем мне тогда вообще нужен... Главное, меч получить тогда было. Так, главное теперь не промахнуться с этой штукой, да, отнести ее сразу в музей. Нам еще и бомбу подарили. И заехать к кузнецу надо будет. Сейчас мы это все с вами оформим. Круто, круто, круто. Сколько я провозился с этим проклятым свитком номер 4. Так, хорошо. Жизнь у меня очень слабая, но тут бандитов нет, поэтому можно не бояться. Что убьют? Так, иди сюда. Это я на ферме с монстрами можно было переживать по поводу того, как дожить, чтобы ни на кого не напасть. Не попасть. А, это не то. Во. Так, бомбы живоды разбить, бомбы туда, завтра заказать и купить дерево завтра. Где-то 2 по 999, чтобы хватило на 100 бочек, да, это 100 бочек. Может даже 3 по 99. Ладно, посмотрим. Да, 2, наверное, хватит. Правда, это все мои деньги практически, которые уйдут. Все, поехали, сыр заберем. Поехали, сыр заберем. И завтра у нас будет большой день. Годится. Годится. Хотя бы закупить дерево, а потом займемся погребом. Самое-самое время. И это надо сделать именно зимой, чтобы получить к осени, да, следующий урожай. Так, четвертый свиток сдаем. Бомбу пойду положу еще. Сколько тут сломалось? Одна сломалась. Я же только что ее чинил. На дерево вообще много надо, да, если там еще что-то делать. Улучшать. То как раз. Так, есть. Есть, есть, есть плоту на место. И одной проблемой меньше. Так бы еще радужный осколок знать, где выбивать.
Было бы очень здорово. Бомб. Но теперь я бомбы могу покупать. Конечно, они дорогие. Опять же, бомбы нужны только для одной цели. Пройти шахту череп. Без них будет тяжеловато разбивать каждый камень. Их надо штук 100. Где-то так. Десятый день зима. Ну, погнали. Прощайте наши деньги. Как раз хорошо, что хоть что-то заработал. Сейчас садим, наверное, все, но дерево не такое дорогое, как камень. Привет. Когда-нибудь я вырежу твою... Я это уже слышал, по-моему, вчера. Так, а тут явно что-то не хватает. Надо что-то все... А, я знаю, что я... О, я придумал, что я сюда поставлю. То же, что и в первом сезоне. Его реально не хватает зимой для атмосферы. Ну, давайте вспомните, что это будет. Что это было, вернее, в первом сезоне, вспоминайте. Сможете? Ну ладно, скоро покажу. 35 камня, очень вовремя. А что, 35, 23 добавили? А, добавилось туда, плюс 999. Все, сегодня вино подоспело. Все сегодня, и катки, и вино. Короче, сегодня праздник. Давайте займемся, наверное, с кадок и вина. Сегодня очень большой день, как раз апогей всего того. Всей нашей серии, фактически. Сегодня хотя бы фруктов нет, да? Я надеюсь, они завтра будут. Блин, еще сегодня и фрукты. Нет, ну это, конечно, здорово. Ну да, фрукты у нас в один день же с катками. Поэтому, что я удивляюсь-то. Наоборот, ты должен радоваться. Потому что сейчас тебе на катки не хватит нифига. Будешь морожку засовывать, я чувствую. Ну так хоть что-то у тебя есть. Сколько получилось? 24. 54, короче, получается. А кадок у нас где-то 80. Минус 30 постоянные у нас идут. Или даже больше кадок. Я их все не могу посчитать. Всего 54 у нас деревьев каждый день. Если бы это была весна, осень или лето, то мы бы получали гораздо больше, потому что у нас фруктовые сады. Вот кроме зимы у нас тогда хватает. Поэтому... Зимой будем дополнять чем-то другим. У нас вот еще есть 35 вот этих штук. Вот теперь хватит. Теперь хватит, если вот это засовывать. Этих тоже сейчас хватит на вино. Как раз на вино все и пойдет. Отлично. Так, мне еще нужно Робин. Блин, сколько дел сегодня. Начнем как раз с этого. Скот тогда оставим на вечер. Подожди, кота напоить, святое. Напоишь кота, день пропал. Нагадят тапки. Готово, давай. Быстро, быстро каткам. Много работы сегодня. Хотя можно начать было с вина. Ну ладно, я же приехал. Подожди. Поесть за икрой сначала. Ладно, тогда начнем все-таки с вина. Да. Вот как раз с него мы и начнем. Так, вы там размножаетесь? Уже 4. Смотрите, как поперло. Так, тут просто экрана зависла. Вот бы еще радужный осколок случайно бы найти бы здесь, в этой серии. Этого... А, мне еще в музей надо заглянуть. Получить учебник, чтобы общаться научиться. Сейчас все сделаем. Сейчас. Я опять приехал без вина. Нет, ну вино это важно. Это сегодня, да, это сейчас. Потом катки важно, потом музей. Робин важно. Блин, сегодня все... Ё-моё, одна бочка у нас, видите, пропущенная все-таки была. Ну ничего. Так, 59, поехали. Хорош. Хорош. Чудесно. Еще одна, видите, затесалась. Ну как у нее это получается? Все делаю все автоматически. Подожди. Пошло серебро. Да, вина дофига. Это будет больше, чем наша первая порция на 117. Ну тут одну бутылку, конечно, мы не досчитаемся. Представьте, пару сарайчиков. Мне не хватит, конечно,
сырья, чтобы сюда засовывать. Если бы можно было две поставить теплицы, тогда да, все, золото пошло. Ну и как приятно. Правда, это все уйдет у нас в пустоту. Ну как пустоту? В долгую перспективу. Ну что, смотрим, ничего не упустил. Фиг его знает, то есть столько здесь. Может какая-то тоже остаться одна, одинокая. Не шевелиться будет. Все, 51 у нас еще остался. 126. 126. А в теплице у нас, по-моему, 112 кустов. Вот так, по-моему, да? Это максимум из сарая. 127. Одну ж бочку мы с вами не взяли. И 128 у нас одна ж бочка возле са... Блин, я постоянно про нее забываю. Постоянно про нее забываю. Так, еще одну. У нас ровно 50 осталось. Да, вот теперь порядок. 128. А в теплице у нас где-то 112. То есть минус 10 постоянно идет. Древних фруктов этих. Так, заходим сюда. Икру собрали? По-моему, да. Тут, наверное, больше икры будет, чем чего-то другого. Чего-либо. Смотрите, сколько икры. И тут икра, где столько... А, у меня же полно ее было. Ну, поехали. Спасибо, что икра есть. Потому что нас бы не хватило бы ни гранат, ни персиков. Так, раз, два, три, четыре. Ну, окей. Тут уже другие пошли плоды. Я решил вручную. Я решил, автоматика не для нас. Просто ж так можно было сделать. Я что-то задумался. Персики. Ну, как раз хватило, да. Это просто добавил с ящика. Нет, осени будет хватать. Как раз накатки. На все времена года, кроме зимы. Тут надо будет дополнять чем-нибудь. Или золотыми дополнять, или еще каким-нибудь. Или иридиумами. Все работает. По-моему, все работает. Так, 14.20. Вот еще одна. Так, вино не продаем. Не продаем, то сейчас толкну все. Продаем только джемы. Разные, икру продаем. Виноградовый, персиковый, гранат. Это вообще морожка, самый дешевый. Еще икры немножко. Только вино не сдай, пожалуйста, иначе еще придется ждать столько же. Блин, у меня одна икринка осталась. Ну ладно, потом я засуну куда-нибудь. Так, Робин, я к тебе. У тебя есть все для нее? Глина, камни, да, пошли заказывать вторую. Но сначала мы должны купить дерево. Я думаю, дерево надо с лихвой закупить. Жалко, скидок нет, блин. Я бы пришел бы в какое-то время года, там, зимой когда-нибудь приполз бы. Под Новый год бы скидки какие-то бы сделала бы. Не, по полной программе толкает. Тут камень добываю, видите, как и глину добываю. Как раз глина сейчас и нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как не воспользоваться, если ты здесь? Сейчас Робин, правда, упущу. Ну и где поезд? Я так рано еще здесь никогда не был. Пока очень все грустно. Пассажирские вагоны. Вообще-то это пассажирский поезд. Ну хоть посмотрю на... счастливых людей, которые тут проезжают. Здравствуйте, помогите бедному олигарху. Прикольный поезд, да? Рад был посмотреть, поулыбаться вам. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Робин, ты уже ушла, наверное? Или ты до 17? Надеюсь, что до 17. Теперь плотва мне мешает.
На 17, ладно. У нас еще полчаса. Так, магазин. Мне нужна древесина. Много. Невероятно много древесины. Мы будем заниматься бочками. Сколько бочек, не знаю. Но я хочу заставить весь погреб. Жалко, нет еще какой-то кнопочки, чтобы еще быстрее. Представьте, сколько мне надо держать, чтобы 3000, например, набить. Это только 999 будет. Хоть не по одной нажимать. Так, 2, 3, да? Подождите, сколько? 100 бочек, это 2... Блин, сколько это? По 20. Ну да, 2000 древесины. Это 100 бочек. Но у меня туда влезет, я думаю, больше 100 бочек. Где-то 150, наверное, влезет. Поэтому 2000. У меня еще есть 800. Ну да, 800 надо будет взять чуть больше. Ладно, она пригодится в любом случае. Не пригодится, ну какая разница. Ну, потратил сейчас 150 тысяч на древесину. Давай, 3 по 999. Тем более, уже 300 тысяч у нас осталось. Тем более, то вино мы продадим, которое у нас есть. И пусть лежит. А посмотрим, сколько надо было, сколько есть. Отлично. И мне еще надо построить одно здание. Ты знаешь, какое? Рядом с тем, которое ты уже построил. У меня что, палец заболел? Так, 5 есть. Давай. Как раз самое время нам запастись. Живность, я думаю, еще свиней докупить, наверное. Немножечко. Только самая большая проблема не деньги. Ой, то тут дороги не будет. Если я поставлю. А мы обведем ее. Мы забор уж будем ломать, мы ее обведем, точно. Асфальта потерял кусок. Точно, мы там чуть-чуть срежем, по-умному сделаем. Или не по-умному, в общем, как получится. Все, башню заказал, деньги потратил, я счастлив. Ну, поехали дальше. Теперь у нас дело. Хотел сказать за малым, но нет. Нам еще надо будет теперь все это расставить, спланировать. Вино, главное, не делось никуда, нет. Вина у нас 200, даже еще останется. Я 200 бочек точно не поставлю туда. Так, что у нас тут по календарю? Сегодня день рождения у Себастина. Себастин, с днем рождения. Кстати, я был у него дома. Себастин, а что ты, камни какие-то ты любишь, да? У нас с тобой отношения, кстати, хреновенькие. А, да нет, максимальные. Себастин, с днем рождения. Я тебе смс-ку написал. Больше все равно не получится прокачать. Нет, ну можно, но мы не будем в этой версии игры. Так кому надо, тут пусть прокачивает. Так понимаю, букеты можно дарить абсолютно всем и разбивать дальше, да? Смотреть эти сценки. Ну это, конечно, для женской половины. Хотя, смотрите. По идее, у нас все прокачаны. Ну, не считая черных сердец. Газ только отстает. Ну, газ это не проблема. Джоди, Харви. Ну, и тех, кого я реже всего вижу, те, конечно, без сердец. Энди вообще в пустыне живет. Дварф, вообще меня не понимать. Кстати, Дварф. Оу, я тебя вспомнил, что ты у меня был. Поехали. Музей до 18. Не знаю, успею, не успею. Дварфа увидел, вспомнил. Музей до 18. Да. Я думал, бежать, не бежать. Так, привет. Есть. Это невероятно, но у нас есть она. Четвертая бумажка. А где три? Блин, надо же было вместе их ложить. А, так положи вместе. Или я не могу, да? Надо оттуда взять, переместить. Ладно, новый подарок. Это книга, наверное, будет, да? Да, самый учитель языка дварфов. Наконец-то мы теперь можем... Наконец-то... А как я перемещал, интересно? Я уже забыл.
А, сначала надо принести что-то, чтобы переместить. Ну ладно, нам еще надо найти три предмета. Все, самоучитель у нас добавился. Добавился вот сюда. Теперь мы понимаем, что говорит дварф в пещере. Кстати, у меня еще боевые навыки не прокачаны до десятки. Какой позор. Представляете? Хотя я дерусь всегда, везде. А десятку что-то не дают. Да, не об этом сейчас. Нас отвлекают. Хотя поехали поговорим с дварфом. Хоть познакомимся наконец-то к 4-му году существования здесь. Здрасте. Эй, хочешь что-нибудь купить? Ой, я тебя понимаю. Эликсир жизни 280, масло чеснока, бомбочки по 600, мегабомбочки, шахтерский леденец, редкое пугало, пирамида из камней, потертое покрытие. Давай потертое покрытие возьму. Пирамида из камней. Сомнительное украшение, вам скажу, для нашей фирмы. Ладно, бомбы и масло, и все остальное будем тогда, когда надо будет. А что у тебя в сундуке? Ничего, ладно. Наконец-то мы его разблокировали. Так. Сегодня я уже не успею, давайте выложим все лишнее. Я, кстати, животных еще не оббегал. Вообще не было ни у кого. Они уже спят. Так, это я сдал. Дерево с собой. И эти 56 штук. 56 штук всего у меня? У меня реально всего 56 штук, да? Твердая древесина? 56 штук у меня? Так я ничего не сделал из бочек. А чем мне только 56 штук? Подождите, у меня уже было больше. Или не было? Я думаю, у меня штук 200 ее. О-оу. Тогда откладывается все это дело. А я себе тут... Мне ж по одной штучке надо. Ой, ё-моё. Да, так это мне не хватит еще до хрена сколько. Ёперный театр. Я думал, у меня 200 штук или 300 этой твердой древесины. У меня всего 56 штучек. Так мне надо каждый день ее добывать теперь, получается. А я-то распланировался. А у меня реально было 56 штук? Я не просчитался нигде? Я по 14 штук только в день, 16, 20, может, найду в день. Да представьте, сколько еще. А чего так мало? А что такое? Подождите, да не может быть. Я ж планировал делать какие-то станки. Может, я куда-то ее выложил? Древесина, подождите, это не то. Вот. Пресс для масла. Они у меня все на трюфельное масло, твердая древесина пошла. Ай-яй-яй-яй-яй. Точно. Точно. Я думал, у меня же были сотни, а я теперь вспомнил, куда оно ушло. Оно ушло туда. Так я теперь не... Фу, мне теперь долго еще здесь бегать. Я ж купить-то нигде нельзя. Нет, конечно, я только добыть можно. Нет, у меня там пару пней, конечно, есть, которые давно пора разбить. Они, конечно, по десяточке, наверное, где-то дадут. Там некоторые пни вообще не нужны. Их там и не видно, они просто есть на ферме. Ну да, так я... Точно, я ж все спустил. А я думаю, куда оно все делось? А я тут дерево покупаю. Да я его вырастить успею, пока все соберу. Чудесно. Так это тогда надо было каждый день сюда ходить. 4 древесины. Нет, ну это обалденно, да. Это, конечно, обалденно. Сколько я буду ходить еще ее искать? Иди сюда. Это я нашел 14. Это максимум за день, сколько я могу. Нет, в принципе, немного, дней 10. Нет, сейчас я еще уменьшу, конечно. Там у меня много пней есть, которые, в принципе, мне не нужны. Один только я там, где дедушка Шет сидел. Оставлю. Остальные там валяются, там по 10 можно получить, по-моему. А я забыл, у нас же это все пошло на эти ж. Фу. Еще по 20 штук же. Так, пень номер один. Это не пень. Вот он. На кой он здесь нужен? Будем рубить. Давай. Тут что-то поставим интересное. Давай пока. Это не то.
А тут всего по две древесины. Не очень хороший улов. Ладно, тут еще один был пень где-то. Невидимый. Вот, вот этот пень, его даже не видно летом. И этот пень, который закрывает проход. Его тоже можно убрать. Да, теперь у нас есть здесь прямой проход. Ну и это сейчас уберем. Тут сразу 8, да. Так, этот пень убрали. Еще у нас есть такая фигня где-нибудь? Тут, по-моему, не было. Сколько я уже нашел сегодня? 26 нашел. Это 26 бочек, считайте. 26 бочек. Вот сейчас прям. Вынь да положь. Кстати, вообще не обошел ни куриц, никого. Ну ладно, давайте сейчас опохочусь на древесину. Раз такое дело. Вот пень еще стоит. Вот тоже не видно нифига. Еще две нашли. И вот здесь где-то пень еще был. А вон пень. Ладно, тот пень я оставлю. Вот, тут. Вот он. Он у меня с забором просто сочетается. Ну, 28 нашел. Тут я уже не проеду. Тут надо все перестраивать. Но мы этим займемся позже. Да, неплохо я. Я же забыл, что они мне все ушли. А я думаю, у меня там больше 100. Вообще не проблема. Время уже позднее. Да, понятно. Ну, сколько набил? 84. Замечательно. Сейчас сколько еще? Дофига. Так, это заберите. Это заберите. Это заберите. Это не отсюда. Даже не знаю. Там 33 у меня есть. Сколько там? У меня 33 бочки. У меня 84. Сколько мне еще бочек надо поставить? Так, это я сдал. Тут 900 персиков. Ну, в принципе, персиков хватит, да. Сейчас надо будет. Так, может, мне хватит. 133 у меня, да? Сколько у меня? 84, и там 33 бочки. Если завтра еще схожу, завтра у меня уже будет 98. Ну, да, можно поставить, в принципе. Можно поставить. Улучшим немножко тогда. Тогда у нас вина дофига. Значит, мы сейчас еще и денег подобьем. Так, из того вина и с этого вина. У нас еще 117 бутылок хранится. Так, готово. И край еще есть. Это мы будем завтра уже делать, естественно. Нет, в принципе, хватит. Правда, теперь на аппараты мне не хватит. Тебе надо копить. Ну, в любом случае собирать придется. В любом. В любом случае придется собирать. Сколько у меня? 33. Правильно же? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 бочки, как я и говорил. И 117 здесь бутылок, и 127 сверху. 244 это лишнее. 100 бутылок, наверное, точно лишних. Ставим по краям с прохода. Можно, конечно, все заставить было, но все заставить, конечно, это... Вот, а древесины не хватит. Сколько ж собирать-то надо? Ну, мне, по идее, это, в принципе, немного и собирать, если все заставлять. А если с проходами, то тогда меньше. Блин, жалко, что я поздно бросился это делать. Ладно, сейчас 40, иди спи. Завтра об этом подумаешь. Окей. Хорошо, что 50 там было. Я вообще про них забыл. Офигеть. Че у меня тут? Это я на джемах только заработал сегодня, вообще нисколько. Вообще мало заработал. Опять будет простаивать. Но мне-то, по идее, сколько? 90... Ну, дней 6 еще надо, чтобы полностью собрать нужное количество. Давайте сейчас посчитаем. Привет, Лея. Весело быть родителем. Надеюсь, с моим воспитанием Лилия научится любить природу. Да с таким домом. Тут вообще одна природа. Так, смотрите, 33. 33. Вы мне писали, чтобы я попробовал сделать на 125 или на 189, я помню. На 189, так понимаю, вообще без проходов, да, бочек наставить. Можно попробовать, конечно. 33 бочки у меня есть. По 14 дерева в день я могу добывать.
Ну, попробую вашу просьбу выполнить. Я, правда, собирать долго, я же все потратил. Я же все потратил и не собирал все эти дни. Если бы я каждый день, конечно, ходил в тайный лес, то тогда бы было бы ничего. А так, конечно, да. Ладно, садись на плотву и собирай теперь древесину. Сейчас посмотрим. Дня 4, наверное, или 5 максимум. Ну, неделя, я думаю. Но за эту зиму мы точно погреб сделаем. Экспериментально именно. Вот, который нам... Который вы попросили попробовать сделать. Ну, попробую. 5 дней тогда мне надо где-то. Вот это вот, если побольше было бы таких бы пней у меня на ферме. Которые по 2 давали бы каждый день божий. А у меня, к сожалению, один такой на травке. Да, все остальные не появляются. Ну, то, конечно, жирно бы было бы. Каждый день получать по такому этому офигительному пню. Ну ничего, сейчас попробуем. Сейчас провернем. Ну, тогда слаймовые эти аппараты, там где слизь нужна, могут сильно не спешить. Дерево скоро, все равно скоро не появится. Будем обходиться теми, которые есть. Кстати, слаймовый, я еще ваш совет проверю сейчас. Вы же мне еще советовали, как слизь добывать. Точно, начинаю вспоминать уже к концу серии. Говорю, надо записывать, блин, брать большой листик и писать, что надо делать. Все ж не упомнишь. Вот это, сюда надо было ходить каждый день, тогда бы проблем вообще не было. Сейчас бы по 14 штук мы с вами насобирали бы. Блин, за неделю бы уже сотня была. Ну, около того. Так, давай вниз. Жалко, что больше негде купить. О, свиток дварфов, смотрите, треха выпало. Я не удивлюсь, если четвертый начнет сейчас с каждого слизня падать. Круто, да? Ну, все, норму выполнили, больше нигде не взять. Четверг. Пошли перестроим вольеры. Я попробую вашу теорию со слизью проверить. А, мне даже по этим проехаться. Я ж вчера не был у животных, ни у каких причем. Ща провернем. Так, есть. Сбросили. Сбросили. Сколько? 98. 98, чудесно. 5 дней мне, короче, надо еще собирать дерево, и тогда получится нужное количество бочек. 5 дней. 5 дней это не проблема. Сделаем. Только теперь не хватит на аппараты. И вообще-то золото мне, наверное, надо добивать. Да, я там тоже считал что-то в прошлой серии с золотом. Ну, как раз пока с вами соберем нужное количество золота, сейчас чувствую, нам снова в шахту надо валить и искать золотые залежи. Иначе мы с вами разоримся, если будем все покупать. Тут даже одно не влезло. Может, значит, 2 дня не пособирать, да, яйца? Так, тут... Тут икра. Там и молоко двойное уже. Сейчас надо пересчитать. О, строишь? Строишь. Я уже и калитку снял. Поставь на место. Поставь на место, дует. Отлично. Тут уже яйца точно есть. Нету? Что, серьезно? Или я вчера заберу? Я не помню, куда я заходил, куда не заходил. Ладно, давайте сейчас сосредоточимся с вами на этих, как его, кристаллиумах. Соберем нужное количество золота. Но покупать его, конечно, очень дорого. Я, наверное, не буду его покупать. Да и не смогу его, наверное, купить, нужное количество. Хотя там немного осталось, чисто переплавить.
Штук 50, наверное, надо золота. Чтобы не ходить по шахтам, его не выдалбливать. По идее, мне уже в шахты ходить-то не надо. У меня уже все есть. Ну, там уголь только добыть. Забор, кстати, перестроить. Сейчас мы это все провернем. Как раз у нас будет. Вот как раз 5 дней уйдет. Пока перестрою заборы, пока соберу все на кристаллиариумы. Только не забывать, надо каждый день забегать и собирать древнюю древесину. Ты еще раз к ним зашел? Ты к большим свиньям не заходил, по-моему. 13.10. А, что я еще хотел сделать? Точно. Блин, столько всего. Давайте поэтапно. Сейчас я свиней бегу вверху. Самое главное, коров, которые два раза уже доились. А я все никак не добегу. Там что же у нас свиньи? Давайте поэтапно. Давайте поэтапно. Если я все успею провернуть. Да, я думаю, здесь мы не будем скучать. Тут реально много дел еще. Я просто думал, чем заняться. Есть чем заняться. Ох, тут еще дофига всего. Так, сыр. Нет, сыр мы успели выбрать. Давай, молоко. Еще и двухдневное. Как раз нужное количество. Сейчас свиней я тут забыл. Я забываю, что здесь кто-то вообще живет. Тут вполне упитанное новое поколение появилось. Мне, конечно, надо уже следующих свиней зас... Ой, сколько дел, сколько тел. Ладно, побежали. Давайте по порядку. Сколько тел, давай. Не тел, а дел. Как раз... А, я тут не проеду. Надо перестраивать. Сейчас перестроим, все будет. Давай, поехали. Don't panics. Нам надо сначала съездить... Ой, сколько всего. Подожди, сброшу вот это. Так, это сбросил. Что, у меня камня вообще нет? А где мой камень? Люди, а где мой камень? У меня камень закончился. То есть мне хватило впритык на башню, да, или что? Я как-то этот момент упустил. Что-то меня, как будто меня кто-то обворовывает. Я реально что-то как-то потерялся немного, ладно. У меня реально нет больше камня? У меня же было его с тысячи. Что-то я теряться начал. Надо как-то успокоиться. Сейчас. Тут просто у меня яиц дофига. И животы надо продать. Разбить. Ой. 15.20. Четверг. Я не помню. Работает ли до 16.00 кузнец, чтобы разбить, избавиться от живот, потом обратно ломануться. А, так мне еще надо... Ой, ё-моё. Успею, нет? Город. Кузнец работает? 15.50. Работает. До 4 работает. Быстро разбей меня, 3 живота, это не мне мешают. Отлично, это лучшее, что можно было достать на сегодняшний момент, но еще лучше золото, если бы ты нашел. Слышишь, приятель, мне, я не помню, сколько мне надо слитков, но ты же завтра, по-моему, как обычно ж не работаешь, нифига, мне кажется. Продай мне золото. Иди в задницу, по 750. Такое придумал, блин. Я думал, оно 250 стоит. 750, один золотой кусочек, один. А мне надо 5. Представляете эти суммы? Че, вообще что-то ли оборзел там? Да я лучше похожу по шахтам. Нет, ну это 750 это перебор. Вот опять нашел доисторический позвонок. Сколько можно его вытаскивать, скажите? Что за жизнь-то такая? Вот куклу мужика опять нашел. Древнюю, между прочим. Тут одно и то же выпадает. Так понимаю, тех артефактов, которые мне не хватает, надо искать где-то тоже в другом месте. Ладно, разберемся. 16.30. Что я хотел? Блин, я вообще ничего не успеваю. Сдай этот позвонок и эту куклу. И этот свиток дварфов треху туда же, да. И икру туда сдай, и вот это сдай. Остальное не сдавай. 16.40. Шестнадцать сорок.
16.40, 16.40. А что я хотел сделать? Нет, сегодня ничего не хотел. Что я за это схватил? У меня были дела, но я уже сегодня не буду их проворачивать. Давайте завтра провернем. Так, это я забросил. Это я тоже забросил. И сюда забросил. С этим мы порешали. Хорошо. А железо мне надо было. Вот что мне надо было. Дайте мне железо. Железо, железо. У меня есть 3 заборчика. Это маловато, конечно. У меня еще 4 с обычных заборчика. Я их изготавливаю. Там внизу, наверное, уже все сломалось, мне кажется. Ну да, вот как раз они сюда и пойдут. Иди сюда. 4, конечно, многовато, но ничего, сойдет. Так, раз, два, три. Ну, четвертый тоже скоро пригодится, чувствую. Пусть он у тебя будет в этом. Пошли расплавим забор. Уголь у нас появился, 3 куска только что выбили. Слитка, естественно, нас нет. Уголя у нас 6. Нужен слиток, чтобы расплавить забор. 10 штук получить, нам надо перестроить там будет. Все, пошло. Да сделай чуть больше, не знаю, 3 сделай. Ты не хватит, потом 5 будешь плавить. Так, это я сделал. Дальше. У меня было столько дел, теперь я не знаю, какие у меня были дела. Пошли икру проверим. Я сегодня был, кстати, в тайном лесу. Нет, с утра туда надо ходить. Если я туда с утра не пойду, то все. То я забуду про то, что надо будет добывать древесину. По 14 в день. То есть 60 за 4 дня можно получить. Ну, около того. 58. 56. Так, это сдали. Не выкинь лапку. Ждем железа. Так, что еще хотел сделать? Хотя железо пусть плавится. Давайте, наверное, посчитаем. Сколько мне надо было этого, блин. Как его? Нет, пресс для масла я оставлю пока в покое. Кристаллиум, вот. Мне нужно. Подожди, камень у меня есть. Я что-то запутался. У меня 99. Сколько у меня камней? Что-то я не догоняю. Я его в другой этот, что ли, положил? Блин, я их не туда положил. А я думаю, где они у меня есть? Ну, у меня же было 1000 камней. Я их не тот ящик положил, ну, бывает. Я и думаю, блин, уже камни... Так, может, там и доски у меня лежат? Нет? Твердой древесины нет у меня здесь? Нет, к сожалению. Жалко. Вот я бы не расстроился, если бы ошибся с твердой древесиной. Нет у меня ее здесь, зараза. 98, еще долго собирать. Ну ладно, не об этом речь сейчас. Я же говорю, камень у меня есть. Мне нужно. Во-первых. А сколько у меня до кристаллиумов? А я не помню. Сейчас пойду посмотрю. 13. 2 у меня есть, сразу говорю. 2 есть. Это так, для того, чтобы у меня было это. Всего-то у нас тут раз. Ну, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 7 и 8, то есть 15. А, нет, еще ж один ряд. Ого, сколько мне надо. Смотри, у меня тут икра готовая уже, ё-моё. Что-то раньше времени у нас сегодня. Так, давай, мне как раз есть что вложить. И, по-моему, нужное количество, да, как раз. Столько, сколько надо. Держи. Так вот. Если тут 7, то тут 8, правильно? 8, 8, 16. 16 и 7, 23 штуки. Тут у нас курица, правильно? Ну да. А тут ящик, значит и там 23 штуки. 2 у меня есть, 21 кристаллиариум мне надо сделать. Если я не ошибся, нет, не ошибся. Кстати, железо уже готово. 21 кристаллиариум. Я его пока положу, железо здесь. Другим вопросом занялся. 21 кристаллиариум. То есть мне надо 2100 камня. 1000 у меня есть. Это уже легче. 21, 42. 42 иридиевых слитка. У меня их 50 с чем-то. Это тоже есть. Хорошо. Иридиевый слиток тяжелее всего добывать, потому что маленьких количество. Золото я могу пойти набрать, а иридиевый попробую докопать еще до нужного уровня в шахте черепа. Аккумуляторы. 21 есть.
43. Отлично. Даже больше, чем вдвое. И самое сложное, это, конечно же, золотые слитки. То есть 100... Подождите, что, 150? 210, 110 слитков, да, мне надо? 21? 105. 105 слитков. Ну, есть у меня столько. По крайней мере, не есть, но будет. Осталось чуть-чуть. Осталось у меня 6, 24, 5, 21, ну ладно, 30. 30 умножить на 5, 150 кусков золота мне надо еще. Один могу расплавить, кстати. Ну, дофига, конечно, но оно нереально дорогое. Ладно, в любом случае надо идти в шахту и добывать. Давайте, наверное, как который сейчас, 20-40. Давайте займемся забором сегодня. Ну, у нас серия сегодня будет долгая, сразу предупреждаю, потому что много дел надо будет сделать. Давайте забор расплавим, еще 10 штук забора. Пойду переделаю внизу штуковину, пока я помню, потому что мы там не можем с плотвой проехать. Так, еще икра подоспела, дайте икру сброшу. Так, пошла. Да, есть икра. Но у меня, правда, одна осталась. Хотя бы одну. Поехали переделывать забор, плотва. Значит, с тобой не развернуться. Тут Робин работает. Так, так, а ну убирайте плотву. Их нифига не видно. Жалко, что елки у нас не опадают зимой. Ну, убирай тогда вот этот кусок забора. Вот этот кусок забора. Ну что, проедем мы тут с тобой? Нифига мы тут с тобой не проедем, плотва. Да нет, просочимся. Просочимся нормально. Дерево вырастет. Это дерево даже сносить можно не сносить, правильно? Камень у меня есть? Нету. Пойду возьму камни, чтобы все сразу. Проходим мы тут нормально. Сейчас заделаем дырки и будет хорошо. Камня мне дайте. Не знаю сколько, давайте весь. Хорошо, что он у меня есть. Я думаю, нифига себе. Копил-копил камень и исчез. А я его не туда сбросил. Сейчас я еще это с фигню заброшу. Икру мою. Есть. Поехали. Сейчас там выгнем, перекроем. Забор-то железный. Он, кстати, не ломался еще ни раз. Можно проехать, да, без проблем. Ну, не без проблем, но проехать можно. Плотва просочится. Не хочу просто дерево ломать. Так, тогда вот это дерево надо зарубить. Оно нам тут мешает. Чтобы закрыть забором, правильно? Я просто не вижу, что за этим деревом. А что за этим деревом? Блин, уже 23.00. Да ничего, это одно дерево нам мешает. Так, в принципе, никто и не выйдет с него. Можно здесь забор вообще не ставить. Это дерево вырастет, да и все, которое мы вот тут посадили. И будет закрытый забор. Никто здесь не пройдет. Давай сделаем тропинку. Я не знаю, сколько это надо. 3. Даже 2. Ну, давай сюда добавим еще. Тут же есть куда добавить или нет? А, вот дырка. Понял. Блин, и добавить некуда, все идеальненько. Куда эту лишнюю добавить? Давай вверх. Нельзя, там дерево растет. Время уже позднее. А тут можно поставить? Нельзя. Ладно, ставь тут, все равно тут будет вход. Ставь. В любом случае здесь будет вход. Так, здесь мы с вами соединяем теперь эти все заборы. Давай, наверное, завтра. То есть сейчас насоединяю, чтобы можно было сломать, если что. Все, плотва, ты ж проходишь, проходишь. Даже если дерево вырастет, оно все равно занимает нужное пространство и пусть растет. Правда, нифига трюфеля не будет видно. Ну ладно, это уже другой вопрос. Все, этот вопрос закрыт. Давайте домой. Там теперь подровняем. Калитки есть, калитки выдвинем, там уберем. Я с забором, правда, спать иду. Все, хорошо. Так, это место я помню. Серию нельзя заканчивать, иначе я половину всего забуду. Поэтому серия сегодня будет мега просто максимально длинная. Сколько я всего понапродавал-то сегодня.
Нормально. Нам еще свиней покупать. Блин, список дел. Реально на тут дневника не хватает. И желательно такой бы дневник, чтобы можно было надиктовывать микрофоном, не писать кнопочками. Вино простаивает, погреб простаивает. Но там еще у нас этот... Ой, что ты делаешь? Мне удалось встать пораньше, покормить животных. Надеюсь, тебя... Да? Так их не надо кормить. День будет особенным, это я чувствую. Я там что-то запутался. Вообще, во-первых, ребенка не видел давным-давно. Дай чуть проверю. Он все время от меня отворачивается, между прочим. А, наверное. Так, день рождения Себастьяна. Вот Харви надо что-то подарить, это обязательно. Потому что мы с ним плохо дружим. Начхать мне на погоду, начхать мне на духов. У меня другие дела есть, которые мы сейчас и займемся. Так. Мне надо идти в шахту, кстати, золото добывать. Это раз. Икра два. Угу. Так, забор как раз наконец-то. Я его применю. Шикарно. Свет сюда давай. Пусть тут горит. 13 этих кусков забора. Золотой слиток. А что я его сделал? А, чтобы меньше было собирать. Все, у нас 75 ровно. Нам надо 25 и 5, то есть 30. 150 кусочков все это собрать надо. В шахте. Ну, естественно, их мы будем собирать, потому что покупать я их, конечно же, не буду. Это очень дорого. По 750, как увидел цену, мне плохо стало. 30 кусков по 750. Ну, конечно, небольшая сумма, но ладно. Я их найду. Так, что я хотел? Я хотел сейчас быстро по скоту пробежаться. Быстро по скоту. Ух ты, лапка. Это лапки начали падать с кролика, видимо, потому что я их начал гладить регулярно. Причем и ридевая лапка. Это вам не шутки. И не хухры-мухры. Так, раз, два, три, еще пару. У нас там когда катки сегодня, наверное, и плоды же сегодня, да, наверное? Сегодня катки, ну скажите, когда? Пока еще нет. Так, вторую лапку продать, она стоит неплохо. Одну оставить. Ну, конечно, ни хрена не приносит никакой удачи, но все же. Так, сегодня здесь что? Сегодня у нас еще рано, значит, ждем завтра. Значит, сегодня мы займемся делами попроще. О, кстати, вода имеется. Только я не могу через кота проехать. Обожаю тебя, кот. Так, идите сюда. Скоро у вас будет соседство. Мне кажется, соседство будет свиное. Но я вообще подумаю. Хотя думать некогда, уже время. Уже надо что-то делать. Середина зимы. Думать уже реально некогда. Так, тут хлеб. Сейчас я доработаю его. Привет, свиньи. Я работаю над вашим вопросом. Работаю. Вы не представляете, как сильно. У меня много еще задач, прежде чем закончится серия. Поэтому... Ой, даже не знаю, как, когда она закончится. Так, поехали забор быстро. Пока я тут. Хлоп. Я говорю, хлоп. А что, нельзя, да, поставить забор? А, можно. Ворота будут большие. Давай с двух сторон. Не настолько, конечно. Ну, вот так будет. Хотя можно и поменьше. Нахрена тебе такие большие ворота? На тут немножко, конечно, не получится. Ну, давай, да, маленькие сделаем. Зачем нам большие ворота? Или большие поставим? А, давай большие поставим, убирай. Ну, конечно, неровненько получилось, но я не виноват. Тут так... Нечетное количество вышло. Так, вот эти можно сносить, и вот эти можно сносить. Кстати, вот эту фигню тоже надо убирать или что-то с ней делать. Так, есть. Ну, давай. Давай поставим одни ворота. Ставим вторые ворота. Ну да, тут, конечно, не очень ровненько вышло. Ну да ладно, все, это по-любому убирать надо. Только так не разгуливайся сильно. Вот так вот. Отлично. Вот такой будет хлеб. Интересно, третьи ворота можно поставить? Что-то мне не нравится эта вот антисимметрия. А если я одни уберу? А ну убери, посмотрим, как будет. А ну поставь теперь.
Знаете, так, наверное, лучше. Как-то, когда оно сдвинуто, как-то мне не очень это понравилось. Здесь все в порядке. Дерево вырастет, даже не надо забор ставить. Как бы, знаете, природа забирает свои владения. Плотва все не может с котом разобраться. Ты видишь сюда плотва? Мне просто интересно. Да, видит, конечно. Она как толстая, как кажется. Вот здесь только, чтобы сюда свиньи не входили. Тут нам, кстати, не хватает... О, уже сыр готов. Тут, кстати, не хватает еще одного аппаратика вот здесь вот. А вот тут можно поставить тоже мини-ворота какие-нибудь, чтобы свиньи не вбегали. Во, еще у нас свободные ворота остались. О, шикарно. Шикарно. Все, пастух есть, ворота закрыты. Здесь чисто будет масло производиться. Если забежал, так кружок сделал. Тут, кстати, надо сделать покрытие, чтобы там не росли эти семена. Сейчас пойду сделаю. Как раз самое время, наверное, немного этим заняться. Кот, все уже. Покрытие из сена. Для этого нужна трава, по-моему. Ой, сейчас, подождите, я поеду съезжу, пока еще есть время. Сейчас я просто тут забегаюсь и все. Подождите, покрытие из сена. Сколько надо, не знаю. Где оно? Вот это сенопокрытие. Соломенное покрытие можно сделать, и будет там, как у нас... На соломе будет как будто все. Раз, сколько, что там, древесина и волокно. Отлично, давай штук, не знаю, 10. Так, это хорошо, я сделал. Мне нужно еще кое-что успеть провернуть, поэтому я побежал. Что еще? А, еще одно сейчас, блин. Я просто не успеваю, подожди, тут опять икра подоспела, такая она дорогая. А еще есть икра у меня? Нету? А, нет, у меня 2 просто, ну ладно, завтра будет точно. Подожди, мне надо продать. Блин, я забегаю сейчас. И главное, что не заканчивать серию. Главное этого не делать. А, горошек. Горошек, вы мне посоветовали, чтобы я Сэнди кормил горошком. Я не знаю, что ей нравится. В прошлом сезоне нравился. Но вы написали горошек. Вот он, у меня его 40 штук. Могу и отвезти, попробовать, задобрить. И кое-что я хочу купить там. Как раз пока работает Пэм. Купить билет, да, поехали сразу же сюда. Мне еще, правда, надо золото эти добывать, 150 кусочков. 150 кусочков! Цифра, конечно, офигенная. Так, здесь я, да, мне надо здесь кое-что сделать. Я про то самое место в доме, которое показал, что там должно что-то стоять. Или это очень бы понравилось. Где он? Тотем, кстати... Ну, если я буду покупать телепорт, зачем он нужен? Бабочкин комод, вот. Вот, он у нас был в прошлом сезоне, и теперь он у нас есть в этом сезоне. Тройной эспрессо, пустыня, тотем. Если надо сюда, кстати, доехать, видите, 3 омни-животки. И все есть. Все, вот это я в доме хотел поставить, чтобы там появились бабочки. Так, тут что-то есть. Глина, чудесно. Здорово, Сэнди. Как поживаешь? На самом деле меня зовут не Сэнди, знаешь, это мое, в общем, ладно, я понял. Короче, это тебе. Здесь мы с тобой подружимся. Кстати, спасибо опять за совет. Я просто не помню, что я ей дарил раньше. Тем более, Эридиевый зашел. Все, у меня нет времени, поэтому я побежал назад. Я побежал назад, да, вернуться в Stardew. Я сейчас пытаюсь просто все, что помню, все сейчас сделать. А, мне надо в лес срочно, блин, древесинку ж нарубить. Кошмар, еще во все места сразу надо попасть. Но лес не закроется ночью, главное не забыть про него. Побежали, мне надо к Робин. Мне надо к Робин обсудить один вопрос. Мне нужны, я не помню что, по-моему, камни. Что-то из этого. Это опять же ваш совет. Сейчас я буду пробовать воплощать в жизнь. Наверное, камни. Пятницу она работает. До 4, по-моему. Камни у меня с собой? Да. Глина. Ну, глина, по-моему, не нужна. Так, 5. Ну, она и завтра работает. Это не вторник. Здорово. Я тебе не даю камней, мне надо просто с тобой поговорить. Мне нужен пруд.
Я не знаю, правда, где его поставлю, но где-то его надо присобачить. Да, все надо, все есть, отлично. Это по поводу слизи, которую вы мне посоветовали завести в пруду слайм Джека. Я думаю, это будет... Вот, кстати, место есть, но, в принципе, это не место для прудов. Я бы выкинул вот этот пруд бы и запустил его сюда, но... О, шикарно. Ой, шикарно, просто как будто здесь и был. Давай. Кстати, икра там есть. Вы мне посоветовали запустить слайм Джека и получать слизь. Круто, круто. Если он это делает, то это здорово. Сейчас у меня слайм Джек, по-моему, пойман уже давным-давно. И мы его сейчас выпустим в пруд. А, выпустим. Он еще не построен, наш пруд, поэтому мы его пока не выпустим. Еще я хотел посмотреть, сколько у меня слизней на свободе еще ходят, которых надо убить. Сейчас мы это с вами проверим. Просто по понедельникам, видите, вот понедельник я уже один пропустил. И слизь я уже не купил, 50 штук. Так, слизни, слизни, слизни. Мы с вами, видите, активно начали работать. Постардевели. Пыльные духи, только пойманы. Каменные крабы, это надо, ну, я буду ловить золото, я думаю, их набью. Копашки, не знаю, что это такое. Пещерные насекомые, скелеты. Слаймы, 612, да фига еще. Почти 400 штук надо поймать. Да фига. Ладно. Как скажете. Подожди, тут еще, всякие штуки есть. Сейчас посмотрим, что у нас еще в карьере водится. Интересного. В карьере у нас водится много чего интересного. Ну давай попробуем. Вот это. Тут везде есть камни. С каждого вот этого булыжника выпадает что-то. Это хорошо. Смола мне уже не нужна. В шахте, кстати, не с каждого выпадает. Это дерево не рубить. Это можно рубить. Так, немного жаль. Чё золота нет? Хотел золото найти. Так, это ж просто деревья. Ну да. Хорош. И дерево запасем, и камней. У меня всего два здесь было, да? Ну ладно, два и два хватит. Ладно, посмотрели. Поехали дальше заниматься вопросами. Пруд заказали, слайм Джека сейчас я отыщу. Он у меня должен быть, а если нет, то мы его тогда пойдем ловить. Не проблема. Поехали домой. Комод надо поставить, кстати. Побыстрей. Шахта опять сегодня не попал. Ну вот как раз... О, я ж дерево не нарубил. Наверное, я поехал сразу к дереву, мне кажется. Поехали, то точно забуду. Во-первых, здесь икра. Во-вторых, как там размножаются у нас слаймы. Ох, ну тут их можно уже заходить убивать. Ну ничего, пруд будет со слайм Джеком. Потом его перезаселим кем-то другим, если нам слизь уже будет не нужна. Все. Слайм Джека мне, ну, завтра она будет его строить. В принципе, не горит. А я тут уже не проеду с плотвой. Вот в чем беда. Вот беда. Да, здесь не очень. Моя лошадь толстая. Подожди, я вырубил дерево. Нет, блин, ты икру только собрал. Пень-то остался. Тут теперь на плотве не поездишь. Тут надо было двигать в эту сторону. На это двину. Там можно было еще на шаг вправо сдвинуться, и как раз плотва проедет. И тогда мы сделаем расширенницу. Тогда она сможет проехать. Да, направо сдвинем, и будет как раз проезд. Да, вообще, место в упор, конечно. Вот две елки. Затесались и молчат. Поехали, нам сегодня надо древесину найти. Чувствую, нам 5 дней не хватит
чтобы это, все дела сделать. Нет, но зато мы купили бабочкин комод, это раз. Ой, тут даже торговец был в пятницу сегодня. Может, он продает что-то интересное. Бабочкин комод, это раз. И что еще? Пруд заказал, это два. Это уже большое достижение, плюс еще слаймы, видите, попадаются. Иногда. Привет. Даже еще слизь иногда выпадает. Но мне надо, конечно, практически 400 штук. Это дофига. Это надо будет вырезать весь свой этот... свою ферму со слаймами, когда там будет штук 100. Ну а что, подходить, подчищать, а что? Тоже вариант. Я слышу слизни, но что-то их не вижу. У меня 14, 14, все норма. Давай, у нас времени мало. Хотя зачем нам время? Мы же все сделали. Так, тут ничего, но мы не пропустим. О, нету. Глина. Кристальный фрукт. Заяц. Еще один. Но это я уже, наверное, не возьму. Взял. У тебя еще место есть? Соберу, а то зима закончится. Я даже кристальных фруктов не нашел. Он еще один лежит. Камушек, привет, мышь. Кстати, у нас Новый год вообще-то на носу. А мне некуда складывать, кстати, да. Я бы сложил. Что мне тут выбросить-то? Да все жалко. Давай вот это семена. Дай мне шляпу новогоднюю-то. Я елку еще, кстати, не поставил, она же бесплатная. Пойди бы достань, поставь. Уже середина зимы, а ты еще елку не доставал. 12 декабря он на носу. Глины падает. Просто дофига. Ну все, все остальные деревья еще пока пусть живут. Инвентарь полон. Что это за фигня выпал? А, давай семена выбросим. Теперь можно толкать их. Еще и получать за это какие-то деньги. По лесу, кстати, надо гулять. Нам надо выбивать еще артефакты, которых у меня нет. Если я их не выбил еще в центре города, то это либо где-то в лесу они должны выпасть, либо еще где-то. У меня 3 артефакта, по-моему, не найдено вообще. Поэтому надо почаще заезжать. Ну, неплохо, смотрите, кстати, сделали, да? Загончик. Деревьев, правда, дофига. Трюфели будут мешать нам собирать. Ладно, посмотрим. Так, давай здесь все делаем. Раз. Ну да, так получилось, конечно, не очень... Там соломка, там соломка. И тут еще объединим, будет тут соломка. А тут, кстати, ничего не будет. Там будет у нас стоять этот аппарат. Отсюда можно убрать. И поставить его тут. Ну вот так вот. Зато расти нифига не будет. Так, еще один аппарат надо будет доделать. Записался в список. Я сегодня у свиней не был внизу, не проверял нифига. Майонез не собрал. Зато карманы набиты всякой ерундой. Час 00, еще и бабочкин комод не поставил. Ого, сколько засунул. Хорошо. Так, это я заказал, шляпу зато купил, крутую. Час ночь, плотва давай. Пробуем майонез столкнуть. Отлично. Час 10. Погнали. Плотва давай. Поставил плотву и опять взял. Вот так получилось. Так, это сдать. Доисторический фигня. Лучше бы другое что-то выпало. А чё? А, эти, понятно, чё. Икра, 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 икра. Как раз 2 штуки. Как раз 2 штуки. Отлично. Пойди. Засунули. Великолепно. А, оно не засунется. Чудесно. Все, я домой.
Я домой, бабочкин комод. Я поставил и возле него уснул. Но зато в доме. Ну, возле такой красоты не уснуть, сами понимаете. Сейчас посмотрим, что тут будет твориться. Тут как раз надо было его поставить перед ночью, чтобы он заработал. Смотрите. Так, 13-й день. Зимы. Я уже ничем не занимаюсь, только чисто. Смотрите, бабочки. Ну что, Лея, наверное, ты, наверное, в шоке просто. Ты хотела жить в лесу буквально. Вот теперь еще и бабочки появились. Они, правда, пока только в одном крыле дома летают. О, ребенок уже меня узнает. Ой, привет, наконец-то. Можно его побросать, малеха. Проснулся, наконец. Сколько раз это можно сделать в день? Да сколько угодно. Ладно, хватит. Там еще... Сердечки закончатся. Где он там у нас появилось уже? Лия, смотрите, уже сердце есть. Не то, что дворф какой-то. Все, бабочки расползлись. По территории. Че, Лия, ничего не говорить, не знаю. Что-то захотелось с утра подлатать заборы на ферме. Теперь они как новенькие. День будет особенным, я чувствую. Мне нравится, когда ты их, эти заборы решила подлатать. А что, сегодня у нас нет икры? Такое бывает? Эта вещь давно пылится. Спасибо, Кент. Кстати, очень полезная вещь. Еще и супербомба, между прочим. Это не просто вещь. Блин, икры нет. Сегодня... А, сегодня эти фрукты. Так. 2 алмаза, 4 иридия. Пошли. Новогодняя шапочка. Пора бы ее, наверное, надеть. Уничтожить. Ну вот, друг, я тебя сейчас выброшу. Это моё соломенное. Так, есть. Это я сделал. Это тоже одно из дел, кстати, был. Все, выбрасываю сюда вот эту бомбу. И шапочку сейчас выложу там. Елку надо вытащить. Бабочек мы поставили. Правда, их что-то уже нет, подохли, что ли? Ладно, вылезут еще. Блин, как мне... Все, и сыр уже готов, дозрел. А теперь с чистой совестью, да, можно начинать что-то здесь делать. Так, шляпа у нас не тут, по-моему. Да и не тут. Да и не тут. Тот сундук можно вообще выбросить, он не нужен. А где у меня шляпа вообще лежит? Ладно, давай здесь ее пока выложим. Бомба где? Зачем ты этот сыр взял? Он тебе мешал? 3 бомбы у нас всего большие. Ладно, продадим. Пусть бочка пока постоит. Мы собираем древесинку. Ну, хоть этот сыр толкну, хоть что-то заработаем. Пошло. Так, ладно. Нам сейчас надо валить в шахты. Добывать ресурсы. Привет, привет. Привет, привет, кроликам. Кроликам. Кролик у нас один, который режет каждый день себе лапки теперь. В знак дружбы. Древесину, вот. Древесина важнее всего. Как раз и пруд проверим. И древесинки запасем, пошли. Правда, мы там пока не проедем. Надо будет сдвинуть будет пруд вправо. Но сейчас Робин его только строить начинает. Тут ничего нет. Не хватает артефактов. Они должны выпасть когда-нибудь. Так, там ничего не появилось. Робин работает. Ну, пусть работает. Вот, кстати, еще один пень стоит. Кстати, вот этот пень тоже можно убрать. Я тут опять забыл разбить. Он здесь не нужен. Он здесь не нужен, все равно его рубить придется. Так, плюс 2 древесинки. Вот этот я забыл, просто лошадь сегодня не заезжает, поэтому... Теперь у нас 16 сегодня будет, если я доеду, конечно. До места назначения. Итак, как раз будет у нас... Вот еще один пень. Ну, он красиво смотрится. Заполняться слизь будет постепенно. Заполняться. А то по-другому ждать понедельников, это, конечно, не вариант. Тем более я их пропускаю. Хорош, хорош, чуть-чуть.
Еще немного. 54, да? Как обычно. Все по стандарту. Давай возьмем, наверное, себе в руки. В шахту я их брать не буду. Опасно. Я их буду выкладывать. Давайте яблоки. У меня их тоже 100 штук. 213. 54. Остальные буду им яблоками добирать. Куда их девать? Как раз на варенье яблочное. Очень хорошо, я думаю, зайдет. Так, сколько у меня сена? Заканчивается. Короче, 1000 надо идти покупать сена. Ух. Нравится мне эта цифра. Марни. 1000 сена взвесим. 999, пожалуйста. 1000 сена, пожалуйста. Давай. У тебя сегодня счастливый день. Корм и прочее. Поехали. Прощайте, деньги. Прощайте, деньги. 999. Ну, будет достаточно. Стоит как дерево, да? Приятный звук. И так болезненно режет мне по моей жадности. Главное, не больше. Во. Ну, давай еще 8 свиней. Сколько это? 10? 160 тысяч? Ну, где-то меньше чуть-чуть. 150 тысяч сейчас я еще на свиней потрачу. Давай, поехали. Поехали, у нас простаивает хлев. Я решил потратить все наши деньги сегодня. Вот что еще хотел сделать, чтобы не забыть. Смотрите, как красиво смотрится. Нормально тут будет. Трюфели искаться. Тут, конечно, заборчик бы лучше, наверное, закрыть. Наверное, 3 елки хватит. 4-я тут просто будет не вписываться. Да, я решил закрыть этот угол. Не вписывается. Отсюда, когда я смотрю с космоса, видите, не очень. Поехали. Глаша. Ну, Глаша не пойдет. Главарь. Паша, пойдет? Пойдет. Кабан-главарь. Так, пошли. Прекрасно, главарь уже ждет тебя в новом доме. Еще, пожалуйста. Просто уже середина зимы, это последний срок, когда я могу купить свиней, чтобы они выросли до весны. Следующее, поехали. Ну, мы вложили свиней, конечно, по полной программе. Игнат. Игнатий. Давай добавим. Игнатий, нормально. Одни кабаны пошли. Так, еще 2 пошло. Еще 6. Третья свинья. Кеша. Блин, я думал, нет такого. Кешаман. Отличное имя. Еще один кабан. Что-то на мужское население пошло. Как погодка. Марни уже счастлива. Это 4-я свинья. Заходит. 4-я свинья пошла. Борька. Борьки, по-моему, нет. Блин. Что тут писать? Борат. Этот явно найдет. И не только трюфели. Так, 4-я, 5-я свинья. Давай. Побольше, покрупнее. Мне же деньги не нужны будут в ближайшее время. Надеюсь, нет. Иначе я все всаживаю. Нюанс. Кабан. Опять одни кабаны. Кабан-нюанс. Пожалуйста. Прекрасно. Чудесно. 6-я. Или 5-я. 6-я, по-моему. Ладно, все равно больше не влезет, чем вмещает хлев. Анфиса. Арон. Кабан Арон. Отлично. И еще. Терять не будем времени. Это 7-я, да? Мотя. Давай, подожди. Мот. Ну, отлично. Кабанов завезли. Соседний хлев. Так. И последняя, по-моему. Я уже сбился со счета.
Меня либо остановит отсутствие мест свободных. Алавар. Во. Злобный. Злобный свин. По-моему, все. По-моему, уже не влезет. Это, по-моему, восьмая была. Все. Фух. Как хорошо, что она не влезла больше. Все, свиней завезли. Больше у нас уже их не будет, чем есть. Потому что больше некуда их. А ты что тут делаешь? Ты что на моей территории делаешь, старик? Как там жизнь твоя рыбацкая? Я вот стараюсь почаще рыбачить, но не просто это. Ладно, не парься. Все, я то закупил, это закупил. Пошли быстренько обновимся. Яблоки закинем. Икринку забросим. Свиней завезли. Потому что сейчас жрать начнут очень сильно. Очень сильно начнут они жрать. Вот это дело. Сколько у нас тут его? 1367. Ну еще можно было сотенку докупить, ну ладно. Хватит того, что есть. Я, кстати, не дошел в чудесный лес. Я пытался, но так и не дошел. Представьте, сколько мне свиней надо обгладить. Я пытаюсь, я бегу. Так, слизни завезли. Причем много. Здрасте. Спасибо за слизь. Спасибо за еще что-то. Благодарствую, тут даже слизи не выпало. Совсем все плохо. Так, слизни еще есть. Есть, если да. Если да, мне вас надо убить 400 штук еще. Думаешь, это легкая задача? Зимний корень 2. Глина это выпадает. Просто зашибись. Вообще выпадает одно и то же. Никакого разнообразия. Я вышел, нет? Вышел. Шикарно. Погнали дальше. Погнали дальше. Сейчас я сделаю еще один крюк. Вау, это был кролик. Я просто ищу вот эти вот предметы. Где-то ж надо мне найти эти долбанные артефакты. Если они не падают нигде, то здесь же что они должны хотя бы иногда. Но я так сильно без фанатизма буду. Может, дом Лея мне подарит какой-нибудь артефакт. Не подарил он мне ничего, этот дом Лея. Кстати, его надо продать. У нас дом уютнее, с бабочками. С елкой. Со всеми удобствами. Так, все, я это привез. Подожди. Сегодня катки, я помню. Я помню, сейчас я мусор выложу, тут у меня дофига их. Его. Так, мусор пошел. Мусор пошел. Три есть. Три осталось этих еще. Три икры надо применить, но тут оно есть, куда применить ту икру. Давай туда сюда. Все, я побежал. У нас сегодня много кадок. Еще есть даже икра. И не одна. Еще, по-моему, одна была, да, вот она. Дайте мне фрукты сначала подороже, потом подешевле. Тут все, ну тут так, давай. Потом яблоки будем засовывать. Very good. По-моему, они у меня закончились раньше. Ну да. Аппараты пусть стоят, пока слизи все равно нет. А помимо слизи еще нет и старого древнего дерева, которое сейчас на другие нужды пойдет. Как-то я промахнулся. Надо было, конечно, блин, учесть, что у меня... Блин, там что-то у нас исчезло. Что у нас мало дерева древнего. Вот в чем беда-то. Это я не учел, и поэтому промах получился на несколько дней.
простое нашего подвала. Так, есть, окей. Точно все есть. Тут их не так много. Тем более икра завтра же подоспеет. Ладно, яблоки я выложу, потому что мне шахту идти. Вдруг их потеряю. Вдруг меня убьют там. Там нас сильно бьют. Поэтому пусть лежат тут пока. Куда их положил? В иридий. Не забудь. Иридий. Делай, что хочешь, но не забудь. Так, икра пошла. Персик пошел. Джем-гранат пошел. Еще две икры пошло. Пошли забор. Сделаем. Мы посмотрели, он не... А, сейчас еще. Какая там шахта? Я туда не попаду в жизни. Золото надо собирать. 150 кусков. У меня осталось 150 тысяч всю. Вот, дожили. Так, опять забор сломался. Да чтоб тебе. Не до тебя сейчас, извини. Меда... О, как раз сейчас дерево тут собью. Тут много не будет, конечно, древесины. Так, нет, мы решили тебя сбить. Да это сбить, что-то растет. Да это сбить. Да это мелочь тут. Что он тут делает? Иди отсюда. Так, еще есть что-нибудь невидимое? Ну, это я уже посадил давно, пусть растет. Так, давай делаем квадратиком забор. Ничего страшного. Ошибка исправляема. Во. А теперь тестируем на плотве. Сможем мы его тут просочиться? Тут, конечно, у нас как город уже, блин, с башнями. А, давай. Да, сможем, но так, знаете, так. Главное, в забор не влетит. Но зато нормально. Нормально. Нормально, говорю. Нормально сойдет. Все, бросай плотву, мы тут еще не были сегодня. Да, теперь у нас меньше калиток стало, по-моему, чуть-чуть. Ё-моё, это что это за свиньи здесь делают? Я аж испугался сначала. Нюанс пытается уснуть. Корова в шоке. Ну а что делать? Заселять надо. Тут проход и там проход. И одни общие ворота с этой стороны. Хорошо. Тут вопросов не имею. Все сделано тут нормально. Тут меня все устраивает. И тем более здесь уже расти ничего не будет. Тут я поставлю еще один аппарат. Вороны не попадались, но это ты тут временно стоишь. Проехать я могу, правильно? Правильно, все отлично. Теперь надо пруд пододвинуть, а то я там не смогу проехать. И у меня есть что? О! Как раз повод будет починить, и надо будет искать эти материалы. Ну что, 19.50, я опять нифига не успел. В шахту имею в виду сходить. Ну да ладно, зато я принес древесинки. Хотя в шахты можно ходить по-шустрому. Все равно тебя быстро морду набьют. Так, и здесь я хотел что-то сбросить. Что? А, забор. 5 кусков забора нам не нужен пока. Так, есть. Здесь дерево чуть-чуть. Шишки, ну шишки не здесь, шишки тут. Так, поехали. 20-20, успеем еще в шахту с вами ломануться. Сколько у нас древесины? Ё-моё. Сколько ее осталось? 128. Ну, в принципе, смотрите, по 14. 138, 142. Еще дня 3. Ну, у меня как раз дела есть. Поехали туда. Так, тут надо выбить эту фигню. Иди сюда. Есть. И ты иди сюда. Одна фигня выпадает. Люди, смотрите, ну это ж должно же выпадать-то, наверное. Остался какой-то круг, остался какой-то меч. И остался это, блин, я знаю, что это. Это фигня, которая у меня выпала в прошлом сезоне. Последняя она выпала. И она выпала, по-моему, со мне живот. Который я никогда не разбивал в этой части в этом сезоне. И чего-то жду, точно. Вот эта фигня, это какой-то... Этот кассовый аппарат, или я не знаю, что это. Но это ерунда, не знаю, где должна выпадать. Где-то должна тоже выпасть. Но ту фигню точно сомню живот надо выбивать. Только я не помню, как часто она выпадает и как быстро она у меня выпала. Надо будет животы побить. У меня 40 штук, по-моему, за всю игру собралось. Может быть,
Может быть, и радужный осколок оттуда выскочит. Дождемся хорошего настроения духов, хотя это, может быть, и не влияет ни на что. Так, поехали сначала в шахту. Дайте тут хотя бы пару раз. Пару золотых жил, они где-то на 80-м уровне водятся. Выбью. Пару жил надо. Золотых. Странная булочка сразу же, да? Блин, ну что-то тут ничего ж нет. Времени-то мало. Как-то спищит. Уголь выпадает. Я, наверное, да, дождусь хорошего настроения духов и попробую мне живоды поковырять. С утреца как раз она появится. И, возможно, выпадет какой-то из артефактов. Хрен его знает, когда они собираются выпадать. Так, меч в руки и вниз. Ого. Так, есть. Тут чисто грибы, да? О, золотая жила. Ну хоть одну мне на 150 кусочков найти. Я уже нашел 3. И камни, конечно, не откажусь. Это я дерево тоже, конечно, не откажусь. А где тут выход у вас? Господа. Вы что, офигели? Ни одного камня. А, вверху камни были. А, он тут сразу и был. Ну и сюда. Спасибо, но это мне уже не нужно. А с этого ничего не падает? Наверное, нет. Так, 22.50, провалить. Золото есть. Бриллианты. О, хоть одна жилка есть. Дайте мне ее. 5 нашел. 5 нашел. Уже 145 надо теперь отыскать. Че за фигня? Нифига здесь нет интересного. Я даже прохода не нашел. Давайте сразу на 80 какой-то. 90-й. Но золотого здесь больше всего. Ой. Вали. Ой, это даже медные слитки падают. Ой, это что, бриллиант? Ну да. А я тут такой, да, алмаз. А я тут такой в шапочке. Новогодний. Все, по-моему, пора спать. Там камень какой-то, конечно, красивый лежит. Сейчас с тебя ничего не падает, балбес. Блин. Вай! Не влазит, да? А чё? А нет, влезла. Ну, краб это, конечно, здорово, но он мне уже не нужен. Я его тоже, кстати, в свое время искал, но так и не нашел. И сюда. Так, все, уходим. Это добро не кончится, давай. Сейчас ночью, мы еще сюда будем по вечерам приходить и долбить золото. Золото, к сожалению, не нашел. Много, но хоть что-то. Все, домой, 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 домой. Живы и хорошо. Давай в автобус. В автобус. В автобус и в пустыню. Быстро. Сейчас мы духов будем теперь терзать. Кстати, странная булочка. Это же довольно-таки редкая вещь. Чем я нифига не выпал, когда я зачищал шахту до 100 уровня? Вообще нифига не выпал. Как-то так все мимо меня прошло. Так, это сюда. Угу. Так, есть. Еще с вами сходим. А это что вылезло? Икра какая-то появилась. У меня икры нет лишней, все. Ну, понял. Так, 4 грибка. Странная булочка, положу. Ну, это для других целей она нам нужна. Так, сегодня ночуешь тут. Я в холодильник положу. О, бабочки лет. Я думал, уже враги какие-то. Уже хотел меч доставать. Так, есть. Это, по-моему, наша первая странная булочка. Прекрасно, еще и бабочки летают в зимнее время. Это все елку никак не вытащу. Так, деньги есть сегодня. Надо срочно восстанавливаться. Я сегодня ходил? Да. Ходил в лес, все нормально. Так, теперь зависит у нас от настроения от этих вот этих вот духов. Давайте к ним привязываться тогда какое-то время.
Королева соуса, у меня нет рецепта. Приветствую, королева соуса. Я поделюсь с вами новым рецептом из моей тайной поваренной книги, от которого потекут слюнки. Шоколадный торт, да ладно, я его знаю. Предсказательница. Ах, да, слышу, духи что? Духи в добром расположении духа. Ну что, попробуем? Доброе расположение духа. Сегодня, по-моему, день рождения у Харви, мне кажется. Да. Сегодня день рождения у Харви, у нас там одно сердце отпало. Харви, воскресенье, сегодня в клинике не работает, хрен его знает, где его искать. У него же швечно рождается по воскресеньям. Консервы и кофе, ну кофе у меня есть. Мне Лея, может, даже сейчас даст кружечку. Этот дом гораздо лучше моей старой хижины, я по ней не скучаю. Так, конечно, бабочки летают, трава растет, все прекрасно. Дай мне кофе. Попробую к Харви заехать, если успею. Ну что, сегодня живода не будем разбивать, будем ждать, пока счастливы. Давайте тогда так. Завтра флот торговцев, кстати, завтра рыбу уже ловить надо будет срочно. Харви, 16:40. В клинику я не войду, а куда он выходит и когда он выходит, фиг его знает. Я как-то им особо не интересовался во время игры. Так, это что, забора кусок опять? Что за забор, блин? Давай сюда. Давай, 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 давай. Пока что все у нас тут повседневненько. Давай все по очереди. Я уже возгладить не буду, ребята. Извините, времени мало. К Харви надо лететь. В шахту надо лететь. Краб какой-то у меня в кармане еще. Все, что я могу сделать, это набросать этих яиц. Куда побольше. Поехали, плотва. У нас дела. У нас дела. Золото сколько? 8. Маловато, конечно. Ждем еще. Дайте мне один забор. Сломался. 9.800. Сейчас сюда. Там, правда, у нас икра. Подожди, икра у нас есть. Где-то уже следующее. Тут я ж проезжаю, да? Забор сломался, минуту. Так, тут я проезжаю. Не вопрос. С трудом, но проезжаю. Даже здесь езжаю свободно. Нет, по-другому совсем, конечно, выглядит теперь это место. Отлично. Ой, блин, я ж не привык, что у вас столько здесь живет теперь. Не захотели размножаться коровы и овцы? У вас был шанс. Не овцы, а козы. Овец у нас вообще, кстати, не было в этом сезоне. Да они, собственно, и не нужны. Шерсть дают кролик. Один. И этого вполне достаточно, чтобы насобирать уже 52. Я шерсть в этом сезоне не продаю вообще, поэтому... Овцы пошли мимо. Все, тут нормализовали, сделали. Теперь нам пугало будет мешать выезжать. Но смотрится красиво, конечно. Так, к свиньям заезжай. Блин, заедь, хоть яйца собери. Динозавров. Там, правда, уже кто-то вылупиться мог, пока нас не мог. Гладить не буду, ребята, извините, нет времени. О, золотая жила сама у нас появилась, да это же чудесно. Ого, яиц. Ни хрена себе, я не заходил. Золото само к нам пришло. Мне надо позвонить Харви и срочно отправляться в шахту. Так, есть. Я не буду вас гладить. Сегодня некогда. Окей, окей, я не против. Поехали. Сегодня у нас не сбор, хоть урожая никакого. Вчера я собирал урожай. Нет, сегодня точно не сбор урожая, поэтому идите в баню. Да, вчера все делал, скатки вчера закатывал. Поехали. Поехали. Пруд готов, кстати. Слайм Джека сейчас надо запустить. Ну и пододвинуть его. Блин, когда вы мне дадите радужный осколок? Я бы вас давно уже бы выгнал нафиг, если бы вы мне его давали регулярно. Ну, может быть, конечно, живода мы с вами разобьем, и он выпадет. А, опять ты, блин. Так, слайм Джека сейчас надо будет найти. Он такой зеленый. Я его в этой канализации ловил. Начнем. О, как раз можно сейчас тут куча яиц у меня просто. Давайте. Ты их не знаю, куда девать.
Смотрите, сколько расплодилось-то. Че, 4, даже не влезет. Все, ждем, 2 не влезло. Так, сбрасываем лишнее. Сбрасываем лишнее. Икру завезли. Сейчас, минуту, бери это. Это сюда. Пошли искать Харви, не знаю, 10.00, в 11.00. Его поэтому я не могу поздравить с днем рождения, потому что эта собака вечно где-то шляется. Это, блин. Семена. Ну, что еще можно получить? Но где ты? Ну? В дом я ж не войду, естественно. А, войду. Ё-моё. Днем рождения. До 13.00 я не войду. Привет. Нехорошо так говорить, но в сезон гриппа я зарабатываю гораздо больше. Но если бы люди не болели, я бы разорился. Подожди, мне что-то тебе подарить надо было. Ё-моё, я не взял ничего. Чтобы люди были здоровы. Кофе, как это не взял ничего? Ну ты чё? Отлично, ты помнишь про мой день рождения. Это здорово. Всего 8 сердец. Хоть кому-то подарил подарок за последний месяц. Харви. Да, все. Максимум. Это хорошо. Кто там еще что-то просит? Не-не-не, Клинт. Я, конечно, понимаю все, но не. Так, я могу сдать, забежать сейчас, продать икру и убежать, в принципе. К этому парню вообще практически не захожу. Привет, купи икру. Отлично. И купи семена. Благодарствую. Я, наверное, поехал в шахту. Сейчас поеду, воду разобью. Какой у нас там 2 яйца? Блин, жалко еще. Их бы засунуть туда. Так, воскресенье, это что у нас тут? Тоже семена. Ну-ка, ну естественно. Разбей животку. Может, что-то выпадет? Интересное. Такое у меня уже есть. Жалко. Те артефакты хрен выбьешь, так понимаю. Минерал. Ладно, 13.00. Что у нас по плану сегодня должно было быть? Ничего, шахта, пошли. Надо золото выбивать. Какое шахта? Поехали, ты не заехал в древний лес. Значит, еще будем ждать с вами 10 лет. Это всего? Этого всего, вернее. Сейчас я пойду долбану этот древний лес. Потом только в шахту, да. Это же самое главное. Пять семена. Я от них избавляюсь, они сами притягиваются. Есть еще эти корни, растущие из земли. Чё-то мало вас. Я вот сейчас сделаю круг, чтобы вас найти. Вы же должны выпадать. В основном семена падают. Шанс выпасть что-то ценное. Но где-то же надо мне взять эти артефакты. Это семена. Ну кому они нужны, вот скажите. Семена или батат, или еще что-то. Может, зимой, конечно, артефакты реже выпадают, но это как-то не замечал и не следил, выпадают ли они в определенное время года больше всего. Тут ничего на самом деле. Вообще ничего нет. Хотя, с какой вероятностью они появляются? Я тут, правда, пробежал недавно. Привет, а тебе нельзя купить золотой слиток за... Слиток, смотрите, за 750... Давайте возьмем. Это выгодно. Там кусочек за 750, а тут слиток за 750. Я не знаю, маг-тюльпан... Маг-тюльпан выращивал, не выращивал. Хрен его знает. Блёстник я уже покупал. Брускетка. Брускетта, слизь. Слизь по 5. 700 штук по 5. А сегодня не понедельник? Нет, сегодня воскресенье. Что-то у тебя цены какие-то сумасшедшие. Слизь. Она знает, что мне нужна слизь, и продает его 5 штук за 700. С ума сошла? Ну, слиток еще ладно. 750 можно взять. Это, конечно... дороговато, но...
Если тебе нужно, то... то почему бы и нет? Но слизь это уже перебор. Просто у нас кузнец вообще за кусочек один требует. Нереальную стоимость. Как за слиток, собственно. Наживается, гад. Еще 300 слизней надо убить. Там один остался, даже лень за ним ходить. Я, наверное, своих буду бить, подрезать потихоньку. Когда нам их расплодится. Чтобы их поить надо, у меня там забор неправильно стоит. Да, там забор надо перестраивать, чтобы их начать поить. Так, твердая древесина. Тут же еще в чем проблема? Ты ж омниживоды это, конечно, можешь подготовить, и духи будут в этот момент рады. Но долбанный же кузнец может быть отсутствовать на месте, понимаете? И я не смогу в день счастливых духов разбить умнежеводы и вытащить оттуда что-то интересное и важное. Я же сам их не могу вскрыть. Вот чем еще фишка. Ну что, опять едем. Собираем, едем, собираем, едем. Ничего не поделаешь, надо собрать около 200 штук. Чтоб все было в норме. Так, дайте я заберу сыр. Так, теперь мне это место больше нравится, чем с тем забором, который перегораживал полностью проход. А теперь у нас смотрится ничего. Как-то это компактно, уютно. Знаешь, что тут будет много животных бегать с весны. Кстати, слайм Джека хотел найти, чтобы он мне уже давал слизь. Хотя бы иногда. Ого. Я до него никак не доеду, понимаете? Окей. У тебя же два яйца еще, сдай их нафиг. Еще краб этот поселился. Сегодня мы на майонезе заработаем очень много. Так, поехали, сдаем. Пошел, пошел. Шпоры, пошли, пошли. Да не вздумай это продать. Все, все остальное не сдаем. Нет, все остальное не сдаем. Зимние вот эти фигни сдай. Есть. Теперь сдадим там часть. Золотой слиток нашли. За 750 монет очень выгодная покупка, между прочим. Так, есть. И сюда остальная часть сдается тоже. 724 камня. Краб. Нужен кому, нет? Нужен. Так, две икры. Все, поехали. 17. Что я хотел еще сделать? Слайм Джека найти. Фу, вспомнил. Зеленый, противный. Он. Нет, большеротый окунь. Он. Нет, это карп-мутант. Он. Слайм Джек. Да, золотой. Пошли его заселять. Пятый пруд у нас. И то это из-за нужды. Ее уж можно будет с рыбой потом пододвинуть, да, я думаю, можно. Все, поехали. Давай, у нас все нормально. У кого у вас, если там один? Ну, в любом случае, ждем. Ждем слизь. 19.30, пошли пару кого-нибудь шлепнем. Сколько у меня древесины, чтобы я уже видел. Перед глазами. Древесины 142. Еще собираем. Еще два дня. Два дня как минимум, 28 еще добавить надо, и тогда можно будет пробовать. Так, шахта. Пошли. Пошли, 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 80. Это пятый давайте сразу. Так, иди сюда. Иди, пес, сюда. Золото есть? Нету. Тут и выхода нету. Один чувак и 1000 кусков камней. Хоть бы с него уже дали, он тут один был, но я его убил. О, все. Ну, в смысле, дали выход. О, иди сюда. Слизь. Слизь и для статистики.
Ой, выход. Вот, я же говорю. Сразу надо давать выход, если убиваем мы какого-то нехорошего человека. Ну что, мне тут уже не надо свиток искать, поэтому я пойду посмотрю на золото. Золота тут нет. Вот ё-моё, вообще ничего нет. Где золотые слитки? Это же самое лучшее место. Ну, может, морозное еще, конечно. Морозное, в смысле, шахты. Может, туда подальше зайти. Ну, тут золото ж мы видели, видели. Так, отстанет нас. Мышей мы уже... О, наконец-то золото появилось. Мышей мы уже набили. О, там, вот, я же говорю, оно здесь было... Что такое? Я же говорю, оно было, и его было много. Пошли сначала убьем. Чудесно. Мыши нападут. С каких сторон? Ты немедленный, блин. Ну, будем бить, а что делать? Ну, хоть с одной стороны летят. Я ж не брошу два... два этих... самородка. Три даже, три. Каких два? Три. Блин, да вы задолбали, ну сколько ж можно летать? Вон третий еще кусок золота. Еще не факт, что это последний кусок золота. Давай. Когда тут выпадает... Не, ну нормально выпало. Четыре с одного даже. О, да-да-да-да. Хорошо, что я остался. Меня пытались вынудить отсюда, чтобы я ушел. Да, круто, что по 4-то... 4-то почти 5. Еще вот спрятали, смотрите. О, то тут еще есть. Да, хорошо, что я остался. Мы с вами штук 10, наверное, сразу выбьем. Так, 0-0. Давай еще один этаж. О. Я как чувствовал. Сейчас я устраню вот эту. Правда, уже бежать пора. Правда, уже бежать пора. Ну ладно, я пойду, наверное. Сейчас это заберу. 0-30. Ну, уже желательно бы, да, уходить. Ну я, блин, а вдруг тут золото? Так, мышь. Мышь летит, осторожно. Нет, тут нифига, все, уходим. Зато крыльев набили, вылезли из шахт. Нормально, за золотом сходили. Правда, тут... Сейчас надо успеть еще выложиться. Сколько золота нашли? 26 кусков. Неплохо, если учитывая, что по 150 надо... 150, и плюс мы еще нашли кое-чего до этого. Тогда нормально. Это, можно сказать, удачно мы с вами сходили. Так, есть. Это сюда тоже. Отлично. Отлично. Сейчас два этих заберу. Еще даже, может, успею продать. Чтоб не успеть. Конечно, успею продать. Так, раз. И в эту область. Быстро в кровать. Быстро, быстро, быстро. Хорош. Запрыгнули. День 14. Зима. 18 тысяч. Это хорошо. Еще и 15. Все. Мы уже с вами перевалили вторую половину зимы. Эти растут, свиньи. Сейчас я посмотрю, как там у нас духи. На сегодня. Привет, Лея. Сегодня собираюсь погулять в лесу. Удачи. Прогноз погоды на завтра. Это не важно. Все. Если бы сегодня работал кузнец. Я не знаю, сегодня он работает, не работает. Очень рады. Сегодня у нас рынок, кстати, вечерний. Надо рыбу будет ловить. Которую я не могу выловить все никак. Так, так, что там пишет? Про рынок, наверное, да? Я приготовил тебе еду. Спасибо, друг Газ. С каких пор ты мне стал другом?
Вообще не вижусь практически. Так, икры нет. Ну, вернее, не надо. Яйца я вчера собрал у этих динозавров. Тогда можно не забегать. Так, это что, гриб у меня? Откуда у меня тут гриб? Так, обниматься будем попозже, мне сейчас некогда. Тем более с вами. Угу. Слайм Джек, интересно, сразу не даст мне слизи? В эту же минуту, нет? Пойду проверю, интересно. Интересно, как он там теперь живет. И мне в любом случае проверять, мне надо дерево добывать здесь, в этой области. Ну что, радужная, но не осколок, видите? Радужная появляется, но не осколок. И это печально. Возможно, я его не увижу. Но у меня есть живот, сейчас я попробую их пойти добыть. 7:40, поехали. Вон 9 утра, если... Я не знаю, в понедельник он может не работать, конечно. Это не исключено. Радужную вот эту фигню мне подпихивает, но это далеко не то, что надо. Так, две я сдаю. 144. Здесь она еще, да, находится, по-моему, да. Так, есть. Пошли заберем омнижеводы. Мой погреб все еще простаивает. Ну ничего. Долго сопрягаем, быстро едем. А где они у меня были? А вот они, 40 штук. Ну что, 40 штук. Выпадет нужный мне артефакт. Или что-нибудь. Может быть, радужный осколок. 40 штук сейчас, если вдруг работает кузнец. Я сейчас разобью 40 штук. Я, правда, потрачу все свои сбережения, которые я копил всю игру. Но мне надо находить эти артефакты, иначе это будет длиться вечно. Ждем. Пока мусорки могу проверить. Я, в принципе, не гордый. Миллиарды меня не испортят. Вот, нашел диск Майкла Джексона, второй альбом. Отлично. Ну что, поехали. Удача на нашей стороне или нет? Начнем с этой. Может и не надо ничего разбивать. Давайте с этой. Тут денег, конечно, сейчас уйдет. Три камня. Нормально. Ну, поехали. Удача на нашей стороне. Посмотрим, сможем ли мы убить отсутствующий артефакт. Не то. Не то. Не то. Все артефакты, кстати, минералы. Один кусочек золота. Это стыдно давать такой сомнежеводок. Вот он, друзья, я его нашел. Я же говорил, он отсюда выпадает. Давайте еще 5 разобьем. Тогда радужный осколок. Вот если попадет он за это время, 30 я оставлю. Я нашел артефакт один. Выпадает, правда, фигня одна. Ну, 5 золота, конечно, спасибо. Вот не то. Все, ну, сомнежевод выпадает же не артефакты, а минералы. Минералы у меня только радужный осколок осталось собрать. Давайте еще 10 разобьем. Мне просто интересно, насколько удача влияет. Понятно, если я сейчас выбью минералы, которых у меня даже и близко не было. 5 уголька. 20 оставлю себе, это уже второй выпадает. Огненный кварц. 3 камня, это вообще классно получать. Этот уже второй выпадает, нет, первый. Нет, я не помню, что это песчаник был такой. Иридий, с ума сойти. Ладно, давай еще 5. Глина, чудесно. У вас недостаточно места в инвентаре, как это? А, с омнижеводами учитываем. Ну что, радужный осколок не выпал. Осталось 19 штук. Я их там на что-то копил. Ну давайте на этом остановимся. Я нашел артефакт, который должен был выпасть именно отсюда. Сейчас я его сразу сдам. Передать находки музею. Вот это, да, дурацкая машинка. Я ее передал, нет? Нет. Ну иди сюда. Я хоть положил эти артефакты вместе. Во, и теперь эту машинку могу взять.
Переложил, переложил. Тебе передаем находки музея. Ну куда его? Ну сюда давай. Подарка не дали. Ну давайте, одно место освободилось. Последний раз. Пусть у меня 18 будет, а у меня живот. Я больше 50% разбил. Расколоть. Ну давай попробуем последнюю. Как раз одно место есть. 5 золота. Ну это тоже ничего. Хотя эта валюта сомнительная, эти живоды. Давай еще одно, пока место есть свободное. 3 камня. Давай еще одно, пока место есть свободное. Это называется азартные игры пошли. Все, это место еще есть свободное. Ну давай, до последнего. Медная руда. Да, такого нету. Короче, давай все разобьем. Я не буду за них ничего покупать. Дайте мусор выброшу. Это называется вошел. Кураж. Расколоть. Давай еще одно. Огненный кварц. Выпадает пока что одно и то же. Солнце уже было, это долбанное. Руда была. Чем вы еще меня удивите? Вот этой фигни не было, да. Но это не то, что я искал. И что тут можно выбросить? Глину можно выбросить. Давай глину выбросим. Это не очень дорого. Ну, там, в принципе, в шахте черепа их можно набить дофига, этих живот. Опять глина, да чтоб тебя. Глину, со мне животы вытаскивать. Ну, это же жесть же ж просто. Так, давай я сюда. Давайте уже добьем, чтобы она у нас место не занимала. Просто чтобы убедиться, что мы могли найти... Блин, опять глина. Вы что, ненормальные, что ли? Или если у меня глина лежит в рюкзаке, то значит, что у меня ее нет, что ли? Она не выпадала у меня до этого. 3 глины подряд. Давай эту фигню сдадим. Давай я другую выброшу. Она смотрит, что у меня нет глины, и добавляет мне глину в инвентарь, да? Ну хорошо, глину оставим. Нет. Просто глина со мне живот выпадает. Ну, все, 5. 5 осталось. 5, 5, 5. Дайте это выложим. Глина не влияет на то, что у нас есть внутри. Еще раз колоть. Последние 5. Ну что, радужный осколок. Из 40 штук. 5 дерьмо выпало. Давай. Осталось 4. Это издевательство. 6 глины из... Сколько выпало? 6 глины выпало, да? Из 6 же омниживот. Так а смысл тогда в этих омниживотах? 6 глины я могу найти в поле. Ну вот уголь 10, это конечно круто. Меридия набили зато. И последнее. Нет, чудо не произошло. Все-таки радужный осколок не выпадает в этой... В этом сезоне он не выпадает. Смотрите. Я разбил 40 омниживот. 40. Это очень много. Шанс был, но он, видите, ну не выпадает он. Ну никак не выпадает. Ну ладно, в принципе, хорошо. Конечно, за омниживоды можно было бы там покупать еще какие-то там сундуки, там артефакты. Но мне-то надо, собственно, осталось что выбить. Это вылетело. Главное, что этот артефакт вылетел. У меня живота теперь все. Я радужный осколок, наверное, не буду выбивать. Он, кстати, в музей так и не ушел. Смотрите, редчайшее вещество, неизвестно. Редчайшее. Ну да, я его хочу выбить. 2 осталось у меня. Меч и какой-то шар. Ну а так все остальное мы выбили. Подожди, вернись назад. Эти 2 где-то должны выпасть либо с рыбалки, либо с какого-то монстра, либо с какого-то... корешка, потому что не с омниживот это выпадается точно. Можно, конечно, там, помните, сундук можно было за омниживоды покупать, но там шанс тоже мизерный, очень мизерный шанс что-то выбить. Сундук покупается у этого торговца пустынного, там тоже шанс какой-то выпадал, но там, чтобы выбить нужный артефакт, мизерный. В общем, либо надо на рыбалке теперь усиливать рыбалку и ловить рыбу со всех сил. Так, что я тут хотел сделать? Чтобы сундуки выпадали. Вот в сундуках может быть еще шанс какой-то быть, что там что-то выпадет. Так, это такие камни, которых у меня еще не было, смотрите. Это новая, вот лапа, что-то тут лежит, она ж не иридиевая. Положи иридиевую.
У нас их все равно две. Так, три минерала. Это продать, это выложить. Гриб туда. Ну, конечно, глины выбить 10 штук, наверное, да? Где-то сомни живот глины на выбивать. Она даже не выпадает с обычных живот, с самых простых. Но здесь, конечно, меня удивили, да. Столько глины я не ожидал увидеть. Подожди, я еще еду выложу. Ну, хоть артефакт выбил тот, который выпадает, по-моему, только сомни живот. Это хорошо. Это большой плюс. Хуже бы было, если бы он не выпал вообще. Так, это еда, все окей. Теперь мы с вами идем собирать. Сейчас здесь сделаю две. Яйца мы собрали. Дайте мне два забора, не могу смотреть на них. Так, хорош. Два забора, хорош. Поехали, нарубим лес. И попробуем навыбивать золото. Сегодня у нас такая серия, знаете, подготовительная. Подготовительная к большим свершениям. Свиней накупили, все сделали, слайм Джека запустили. Все теперь у нас будет появляться постепенно и спокойно. А мы просто будем потом смотреть, как это будет нам приносить и деньги, и ресурсы, которые нужны для производства. Просто нужно было такую большую серию сделать. Я, конечно, думал больше артефактов выбить. Что-то они не выпадают. Буду тогда рыбалкой пробовать их вытаскивать. С корешков они не выпадают, с монстров они не выпадают, хотя, может, других надо искать монстров. Посмотрим. Главное мне собрать древесину, чтобы было готово для бочек. Сколько я? 12? Да, 12. 2 я уже выложил сегодня. Сейчас еще раз объеду лес. Здесь я просто по корешкам слабо работал. Ну, не знаю, должны же не выпадать. Хоть с каким-то процентом. Ну ладно, радужный осколок, шансов 0, как вы видите. Самый удачный день 0. 0, глина в основном выпадала. Из 40 штук. Из 40 штук. Нет, ну в принципе да, он очень редкий там. Меньше 1%, то какой шанс? Так, конечно, он выпадет. Так, собери, чем где-то находится. Смола-то тоже может пригодиться. Может, ты опять бочки захочешь делать. Тебя добро простаивает. Я за эти... Каких там? Вот эти вот омнижеводы мог купить... Или не по 5 стоит, или по 3, вот не помню. Сундуки с артефактами. Ну, какой шанс, что там выпадет нужный мне этот круг или меч? Тоже такой же шанс, 1%. Поэтому сильно, сильно на них тоже надеяться не стоит. Ладно, собрал я, нет? Сколько там примерно хотя бы? 144, 156, плюс 33, которые у меня есть, в принципе, можно... делать. 156 и 33, да? 189. Ровно. Ровно 189 бочек. Столько, сколько нужно. Завтра с утра закатаем. Так. Как раз нужное количество. Если не хватит, ну, лес рядом. Если что, съездим. Съездим, сделаем. Тем более завтра у нас не фрукты и не вино. Так, хорош. 15-10. Так, забрасываем. 3 икры. 4 даже икры. Это не тут. Это тут. И это тут. Вот. И вот эти штуки. Давай. Икру, наверное, выложи. Потому что мы сейчас в шахту пойдем, наверное. Все, нужное количество мы собрали древесины, теперь будем
Будем теперь выбивать. Теперь золото бы нам набить. Это мы, наверное, в следующей серии начнем паковать 189 бочек. Потому что мне уже сил нет. Хватит уже. Сейчас в шахте еще погуляю какое-то время. Пораньше сегодня пойду, чтобы золото набить. Давай с 85-го, там, по-моему, больше шансов увидеть золотое что-нибудь. Идите сюда, где вы, блин? Опять одного выставили, слизня. Золото где? Подожди, кое-что еще не успел сделать. Хотел сделать, но не успею, наверное, уже. Выйти как на нулевой, давай. Робин, ты еще работаешь? Мне прут надо было пододвинуть. Только сейчас вспомню, то потом следующей серии в жизни не вспомню, плотва будет застревать там постоянно. Привет, Линус. Да, работает. Прут, пододвинь, пожалуйста. Мы с плотвой не помещаемся. А, у нас вверху, спокойно. Вот туда, мы не можем проехать. Давай чуть-чуть. Либо вниз, либо в бок. Ну, вниз нет. В бок, да. Вот, двойной проход. Отлично, спасибо. Вот теперь мы с плотвой проедем здесь легко. Здесь мы все заасфальтируем. Нормально. Посмотрим, что там у нас будет. Сколько слизи будет давать. В любом случае... Кстати, сегодня понедельник, надо было за слизи сходить. Да. Надо это не забывать. Но сейчас я уже похожу немного по шахте. Надо будет оставить время. Там же... Он в канализации. В любой момент можно пойти купить. Да, понедельник надо купить, пойти. В любой момент. Ночной рынок. О, ноу. Ладно, поехали на рынок. Шахта накрылась медным тазом. То, что там рыбу надо ловить. А что у меня с рыбой? Насадки никакой нормально нет. Автобус. Поехали. Да, мне надо выловить рыбу. Может, всего 3 дня. Хорошо, что написали. Думаю, что за фигня написали-то. Дайте нормальную насадку себе поставили. Хотя у меня это и есть нормально. Рыба ускользает медленнее. Нам надо выловить эту рыбу, иначе следующей зимы придется ждать. По рыбе же у нас совсем беда. Ну, не беда. У нас все отлично по рыбе. Вот, рыба-пузырь и рыба-легенда, но это весна. Все, сейчас, минут. Я думаю, что мне надо. Мне надо нормальную насадку, которая сейчас у меня есть. Вот эту вот. Слизь 10. Твердая древесина 5. Да чтоб вас. Нет, полоска мне не надо увеличивать. Я не могу это. Рыба скользает. Вот это. Вот это, да. Ой, спасибо. Спасибо, отлично. Пусть лучше рыба скользает медленнее. Я не отдам 5 дерева. Я его очень долго собирал. Сегодня собирал 3 часа это все дерево. Нужное количество, чтобы бочек наставить. Все, еда у меня... А, может взять для рыб... О, точно, блин. Я пока соберусь, короче, ночной рынок закроет сегодня уже. Не забудь слизь купить сегодня еще 50 штук. Еду возьми для рыбалки. Шанс тут какой? Салат? Нет. Что салат? Она у тебя готовая должна быть. Вот это? Нет. Вот это? Нет. Вот это? Нет. А какое? Вот это? Да, последняя еда. Рыбная ловля плюс 3. Пошли, побыстрей. Конечно, через низ бы было, наверное, быстрее, ну ладно. Долго ж ты собирался, до 2 ночи, 6 часов. А вдруг она не вылезет, ё-моё. Она тоже не самая легкая рыба на свете. Ладно, там я до упора, наверное, буду работать. Подождите, я куплю, пойду. До упора буду, до победного. Привет, да, ты снова здесь, полагаю. Да, давай слизь. Только яиц не надо мне. Ты тогда купил десяток. Оптом. Все, остальное мне, наверное, не нужно. Это тебе каждый день продается, по-моему. Отлично, 50 слизи. Не помешает. Еще один аппарат, считайте, получили с вами. Так, там мы не проедем. Давай сюда. Что-то все быстрее попадать бы как-то. Ребята, с вами разговаривать не буду. У меня ловля рыбы. Можно кофе бесплатно?
Спасибо. Да быстрее, мы время теряем. Спасибо. Быстрее, давай. Давай, сколько там, 500 платить надо? Я готов, поехали. Тысячу, вы чё, вообще меня без ножа режете? Долгое погружение у вас, господин. А представьте, сегодня рыба не выпадет, а я съем блюдо. Будет не очень. Не очень будет. Ты что, старик? Мы час опускаемся, у меня 6 часов всего осталось выловить твою дутую рыбу. Ну давай. В принципе, рыбалка десятка. С этой едой я получаю плюс 3. Удочку хоть взял. Это самое главное. Ну поехали, удачи нам. Удачи. Не знаю, что это. Но в любом случае она где-то здесь. Безупречно, не то. Я думаю, она так легко нам не дастся. Ну, здесь хотя бы водоросли не отбирают. Сейчас развалится моя снасть. Вот это вот что-то такое подозрительно резкое. А то сколько вид рыб? А, рыба-пузырь. Вот это, да? Ваша снасть развалилась. Можно было, наверное, не есть еду. Покажите мне рыбу. Да, она легко выловила. Все, осталась рыба-легенда. Она будет еду будет это сделать, которая... Ну, давайте до победного, чего уж я там. Зря, что ли, ел еду и платил 1000 монет. Чтобы вот так взять и выйти, хоть водоросли набью. Давай, я даже снасть не буду вешать, потому что я чувствую, и так вытащу вашу рыбу. Нет, но водоросли это круто. Я не спорю, потому что мне надо, может, пруд еще построить будет. А где их брать? Они только так вот и добываются. Вот тоже, смотрите. Нервная очень. Тихо. Ну, жить рыба у нас была уже. О, и такое здесь бывает. А ну давай сюда. Я думал, такого здесь не бывает. Сейчас попрет же. Хорош. Попрет, смотри, как прет. Сколько водорослей. А, все, да, это была просто магическая водоросль, наверное. О, опять. Я за 1000 хоть водоросли наберу. Дайте мне 2 рыбы пузыря, а то, может, я в пруд захочу забросить. И он слизи наберу. Нет, рыба жуть попадает. Слышите, может, не повезло еще с рыбой пузырем, что я ее так быстро выловил, а? Нормально. Вот она. Вот это она, да. Ее нрав сразу ощущается. Смотрите, какая... Какая нервная. Надо было мне не дергаться, сейчас бы мы ее уже забрали. Слышите, мне с этим пузырем повезло. Это капризная какая-то. Тише же, у нас времени тут не вагон вообще-то. А, это огурец еще здесь ловится. Слушайте, это тоже редкая зараза. Вот это пузырь, да. Вращающиеся такие, да, подергивания. Вот это она точно. Нет, рыба жуть. И все больше и больше ее вытаскиваю. Тогда мне очень сильно повезло, я вам скажу. Просто нереально сильно повезло. Ладно, 1000 надо отработать. Там еще картину надо какую-то купить. Может там и... О, блин, опять, по-моему, огурец. А, нет, вот и вторая. Я думал, это редкость.
Так, мне еще по магазинам вообще-то пробежаться на. Русалок будем смотреть, нет? Ну, собственно, еще два дня. Давай еще одну. Я, кстати, в пруду выгодно разводить уж. Вы мне писали про это. Все, 12, я пошел еще по магазинам. Мы сейчас будем подниматься. Сейчас последняя рыба. Все, поехали, давай быстро. Давай. Че нельзя быстро подняться? Тогда уже время, но там есть быстрый телепорт за 250 монет, по-моему, да? Быстро туда отправимся. Я долго на тебя смотрел? Я что-то задумался. Так, плотва, вези меня быстро. Что ты продаешь? Клубнику? Кому это надо? Украшение меняется с каждым временем года. Сезонное растение. Это куда? В доме ставится? Нет, это не в доме ставится. Это рядом ставится. Сезонное растение, сезонное растение. Ладно, дай мне по 6. Для украшения фермы. 4. Ну, попарно, чтобы было. Давай по 8. Я там хочу наставить везде эти клумбы. Тут 10 взял. Во, пошло, да, по 500. Меня уже не удержать. Еще 2. А это зачем? Декоративность имеет с каждым годом, поливать не нужно. Давай этих 4. Все, я, короче, накупил всяких растений, не знаю, на кой. Вон, змею можно купить. Семена мака, свинцовый поплавок. Добавляет вес для вашей полоски, не давая ей отскакивать одна. Хорошая вещь. Трюфельное масло, рыба-еж, пещерная морковка, клубника, ризотто, ежевика, королева самоцветного моря. Давай. Скуплю все ваши культурности. Ценности. Давай за 1200 люпини. Я просто бедный был в прошлых сезонах, поэтому ничего не мог купить. А тут что продают? Могильный камень, каменная лягушка, каноническая шляпа, семена, рассада, зеленые. А, семена любые можно, наверное, да, взять. Иридиевый камин, редкое пугало. Ладно, все, идите нафиг, я поехал. Русалок посмотрим как-нибудь потом. Хотя я и сам доеду. Чей будет платить вам 250 монет. Сегодня раньше заканчиваю. Вилли, там у тебя дома такое творится, лучше не ходи туда. Сейчас 1000, наверное, потеряю. Сэкономил на мелочи. Да, есть шанс. Да еще. Да, есть шанс потерять 1000. Но за 20 минут я точно не доберусь. Ну, шикарно, еще даже не на ферме. Сэкономил, так сэкономил. Ну ладно. Вот, ё-моё, чётко опять не рассчитал. За 40 минут я не доезжаю домой, да? Ну да. Еще полчаса я бы доехал. Опять следующая серия начнется с того, что меня нашли где-то валяющимся. 18 000. Так, собственно, после того, как я накупил сезонных растений, это не страшно. Я потратил больше. Я потратил 1020, наверное, только на сезонные растения, чтобы ферму свою украсить немножко. Ну что, скоро мы будем богат. Сколько у меня денег? А, ну еще что-то же заработал, поэтому вышли, отняли, и все в порядке. Все, друзья, давайте на этом закончим. Летают бабочки, и мы с вами завершим. Потом это все разложим. Рыбу мы нашли. Сегодня серия была чисто такая работа по мелочам. В следующей серии занимаемся нашим погребом. И, собственно, уже скоро весна, и дальше пойдут деньги, вино и все такое, домино еще к тому же. Спасибо всем, кто досмотрел эту длинную серию. С вами был Дмитрий, канал Шедбель. Игровые миры. До новых серий. Stardew Valley. На следующей неделе. Пока.